Пунктасвагдаджанпурипури Матурингоштвати Радхакундамагирибарам Охорадикамарвасан Раптоясапратитапидая Сигурунтамнаптосми Гуравей Гаурачандра Радикей Тадалей Кришная Кришна Бхактая Тадбхактая Намо Анандалила Майя Виграхая Хримабадивьячавишундарая Тасмай Махапремарасапрадая Чайтанья Чандрая Намо Намасте Чайтанья Чандрая Намо Намасте Чайтанья Чандрая Намо Намасте Шам Сундар Шиканда Шикар Смарахасамуралиманохара Радикарасакамамакрипанирхе Суприячарнакинкаримкуру feet of my holy master, my spiritual guru, Nitya Lila Parvishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasisimad, Rupanugacharya Varya, Sri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанг дандават пушпанджали, свое сердце как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Прадишты, Ом Вишну Пада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхактивиданты, Нарайна Госвами Махараджа. Сатли, Акамай Панам, Тумай, Гурус Гуру. Затем я предлагаю свои дандават пранамы Гуру моего Гуру. Нитья Лила Прадишты, Ом Вишну Пада, Штота Рашата, Шримад Бхакти Прагьян, Кешу Госвами Махараджа. And his sannyas disciple, Нитья Лила Прадишты, Ом Вишну Пада, Штота Шримад A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Offer my pranam to all my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Я предлагаю свои пранамы всей нашей Шри Рупануги Гуру Парампаре. By whose causeless mercy and very diligent endeavors, the nectar of Braja Prem descends from ancient time to this world on this very day. По чьей беспричинной милости и благодаря чьим усилиям Враджа Према, трансцендентная любовь, нисходит в этот мир сегодня. Я также предлагаю свои пранамы моим дорогим братьям и сестрам.
By the causeless mercy of Grand Garanga, today we are celebrating Sri Radhashtami. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы сегодня отмечаем праздник Шри Радхаштами. It is the appearance day of Вришабханандини Шримати Радхарани. Это день явления Вришабханандини Шримати Радхарани. When this universe was first created, в начале, когда эта вселенная была сотворена, it was empty. Она была пустой. And there, from the lotus navel of Garbhadakshaya Vishnu, appeared with Brahma. Из лотосного пупка, который из лотоса, который рос из пупка Гарбхадакшая Вишну, родился Господь Брахма. He did not know who am I, where am I, what is my purpose. Он не знал, кем он был, какова была его миссия, в чем заключался смысл его существования. So very mercifully, Supreme Lord made him hear two syllables. И очень милостиво Верховный Господь позволил Брахме услышать два слога. Та и па. Та и па. Та па. It means fix your mind, control your mind and fix it completely on God. Та па. Это следует полностью сфокусировать, зафиксировать свой ум на Боге. Хираньякашипу did the tapasya. This is not tapasya. Хираньякашипу совершал аскезы тапаси, но его аскезы не были тапасией. Because by this so-called tapasya, he renounced everything, eating, sleeping, breathing, but he did not renounce the spirit of bhog, enjoyment. Потому что он вроде бы с целью совершения этих тапаси аскез он отрекся от всего, от наслаждения, от принятия пищи, от принятия воды, но он позабыл о главном, он не отрекся от чувства наслаждения, желания наслаждаться, от бхог врити. Топоуди пьямбута каяне саптам судитяс матрама сокьям танантам. The dipya tapa, transcendental tapa means to fix your heart in the remembrance of God. Дивья тапа, трансцендентная тапа, аскеза означает зафиксировать свой ум на Господе. So Brahmaji, he did not know who is God, what is God, but he began to pray. Brahmaji не знал, кто Бог, где он, но он стал все равно молиться. For thousands of years. Молился в течение тысячелетий. Now everyone wants very quick fix. Теперь каждый хочет, чтобы все произошло по-быстрому. I'll meditate for 30 minutes, after this I can realize everyone. Каждый хочет, я просто помедитирую в течение 30 минут и получу плод медитации. This is not even meditation. Все сразу, но это даже не есть медитация. The stage of the dhyan, meditation, comes after dharana, concentration. Потому что состояние медитации, дьяны, оно может возникнуть только после уровня дхараны, концентрации. And dharana comes after pratyahara, when all the senses are completely detached from the external world. А состояние дхараны, этот уровень может стать, его можно получить лишь только после пратьяхары, после того, как мы отсекаем свои чувства от соприкосновения с объектами внешнего мира. So those who are meditating, 30 minutes over now, take a coffee. Поэтому те, кто медитирует 30 минут, потом смотрят на часы, все 30 минут прошло, сейчас нужно выпить чашечку кофе. This is nothing. Это ничто. Only pretending like a child. Это не серьезно, это просто притворство, подобно тому, как ребенок играет в игру. Brahmaji was absorbed in prayer for thousands of years. Брахмаджи молился, он был погружен в медитацию в течение тысячи лет. Then Supreme Lord Narayan appeared to him. И затем Господь Нараяна явил себя ему. And told him, Jnanam paramam guhyam me tadvijnana samanvitam sarahasyam tadangam chagritam gaditam maya. И Господь Нараяна сказал. He said, there are four aspects of realization. Существует четыре уровня реализации. First is realization of my divine transcendental form, my swarup. Первый уровень – это осознание моей божественной сварупы, моего тела. And then, my
abode and everything, all the energies which are manifesting from my Swarupa. Затем приходит осознание моей обители и всех энергий, которые исходят из меня. Sarahasya and also rahasya. И также рахасья. The most secret thing. Рахасья — это самое секретное. Taranganja and the angas, the limbs of that rahasya. И составляющие, и части этого секрета. So what is that? Rahasya means rahasi sthiti, that which is situated in secrecy. Rahasya — это rahasi sthiti, то, что где-то пребывает в секретности. That which anyone cannot know. То, что недоступно никому, неизвестно никому. By their investigation. То, что невозможно познать. By their discoveries. С помощью расследований, открытий. That rahasya. What is that? Что это за секрет? It's praying. Это према. That angang and the angas of that praying means the sadhana, the practice that you should follow by which one can discover that divine secret of pure love. А что является ангами этой премы? Это практика, духовная практика, которую следует заниматься, чтобы достичь эту трансцендентную духовную любовь. So Lord Narayana said, Astu te madanu grahat. Now you take up this process of sadhana bhakti, and may all these things be awakened in your heart by my mercy. Господь Нараяна сказал Господу Брахме, займись теперь этой духовной практикой, постепенно, благодаря, по моей милости, все секреты откроются тебе. So two things are always necessary. Всегда нам необходимо две вещи. First, we have to do our sadhana every day. Первое необходимое — это наша личная духовная практика, ежедневная практика. Chanting, worshipping, offering prayers and serving Sri Guru. Воспевание мантры, служение гуру, молитва, служение божествам. And all of these things will not be enough. Но этого недостаточно. Даже всех этих составляющих этой практики недостаточно. To this should be added the kripa, grace. Поэтому when the mercy of Krishna is coming added to our sadhana, then we become successful. К нашей повседневной духовной практике необходимо добавить милость свыше, милость Господа Кришны. И тогда у нас может все сложиться удачно. Like a man who is falling in a hole. Подобно человеку, который провалился в яму. If someone offers them a rope. Если кто-то сбросит ему веревку. Say, hold on tightly. И скажет, схватись покрепче за I'll эту веревку. Pull you out. Я вытащу тебя из ямы. So if you don't hold on, you cannot get out. Если вы не будете держаться за веревку, то вы не выберетесь оттуда. But if you hold on very tightly. А даже если вы будете держаться очень крепко. And the person up there does not pull. Но человек, then you also cannot come стоит out. Наверху, не станет вас вытягивать оттуда, то вы тоже никак не выберетесь. So our sadhana means to do sadhana every day means to hold very tightly to the lotus feet of Krishna. И наша ежедневная to духовная, express that desire. Ежедневная духовная практика — это то, как мы выражаем свое желание ухватиться за лотосные стопы Кришны. But only when Krishna decides by his own sweet will, his own sweet time, then he will pull us out from this material existence. Но лишь только когда Кришна уже решит по своей сладкой воле, что настал этот час, когда Он желает пролить свою милость на нас, Он вытащит нас из океана материального существования. Sadhana should never be performed with pride. I am doing so much sadhana. Духовную практику садхана нельзя совершать с таким умонастроением гордости, что какого-то что-то, что мы сами достигаем, что я делаю эту практику. Our sadhana is just like the crying of a baby. Садхана, она должна быть подобна плачу младенца. When the baby cries, still he has no food. Only if the mother hears the crying, she comes and gives the food. Если ребенок начнет плакать, это не гарантирует ему, что он будет накормлен. Но когда мама услышит плач, то она придет и покормит его. So, how sadhana is like crying, performed in a very helpless mood. Наша садхана должна быть таким детским, младенческим плачем, который мы совершаем в таком духе полного смирения. Krishna is called Dina Bandhu. Кришна называет Дина Банду. The friend of the destitute. Друг падших. That means, if you feel, oh Krishna, I have nothing, I have no strength, I have no intelligence, and all things in this world are worthless, then you are Dina. Если вы действительно чувствуете такую беспомощность и признаете, что без Кришны вы ничего сами не достигнете, у вас ничего нет в этом мире,
Тогда вы становитесь тем Дина. So Krishna's Dina Bandhu, he's the friend of that person. At once he comes and helps them. А Кришна известен как друг таких людей, он мгновенно придет вам на помощь. But if someone thinks I am doing very good sadhana every day. Но если кто-то гордится собой, думает, я так хорошо занимаюсь ежедневной практикой. Maybe not like Rupa Goswami. Может, я не настолько продвинутый, как Рупа Госвами. Or like Gopi Shodas Babaji Maharaj. Или как Gopi Shodas Babaji Maharaj. But better than all these. Но все равно лучше, чем вот эти остальные. Someone says, I am actually quite successful. И человек может начать думать, я на самом деле достиг уже успеха. I have many things, good business and reputation, everything. И вообще у меня хороший бизнес, у меня в жизни все идет гладко. So I am very comfortable in this world. Мне комфортно в этом мире, мне тут нравится. But still, I am very kind, I do something for God. Но все равно я такой, да, я такой хороший человек, что я, не, может, что-то сделаю для Господа. Nothing. Chant forever. No results. То даже если такой человек будет воспевать святыми на вечность, все равно никакого плода это воспевание не принесет ему. Махапрабху сказал, тринада пису ничина, воспевайте имена, чувствуя настроение такой полной собственной незначимости. This is a fact. Это факт, что Камала дала дала дживана дала мала. Our life is like a drop of water on the leaf of a lotus petal, very precariously situated. Little air will come and it will fall off. Наша жизнь подобна дрожащей капельке воды, которая покоится на листике лотоса. В любой момент дуновение ветерка эта капля может слететь с листика и упасть. And where we'll go, anyone does not know. А где мы окажемся после этого, никто не знает. Following the weight of our past karma. Просто куда-то отправимся под бременем своих прошлых карм. Lord Brahma, he heard the inspiration of Supreme Lord. Вдохновленный Верховным Господом, Господь Брахма, who told him do sadhana, слышал, что нужно совершать садхану in a very humble mood, в смиренном умонастроении. And by my grace, awakened within you will be Rahasya, a great secret. Что Господь пообещал, что благодаря его милости Господь Брахма узнает Рахасию, секреты. Yeah? And that secret этот секрет appeared in this world today. Этот секрет явился в этот мир сегодня. What a secret! 18,000 verses of Srimad Bhagavatam and you cannot find her name anywhere. Она настолько засекречена, что даже в 18 тысячах строк Шримад Бхагаватам невозможно нигде увидеть упомянутым ее имя. Whole Srimad Bhagavatam is only to describe her love, but her name is not anywhere. Предназначение Шримад Бхагаватам всего лишь, чтобы прославить возвышенность ее любви, но ее имя нигде не упомянуто там. So, Srimati Radharani is that supreme secret. Шримати Радхарани и есть этот верховный секрет. How is it so? Как это возможно? All the Vedas describe Krishna is supreme personality of Godhead. Все Веды описывают, что Кришна является верховным Господом. Brahman only light. Brahman, a Brahman это всего лишь сияние. Is the angstic bhava abhas, the very partial semblance of the effulgence of the tip of his toenail. Brahman — это всего лишь подобие такое, какая-то схожесть, сияние, которое частичная схожесть сияния, которое исходит от ноготков на стопах Шри Кришны. Not very significant. Brahman не очень значимый. Paramatma, who is Ishwara, God in every atom controlling the universe, is his expansion of expansion of expansion. Eka angsena stito jagat. Krishna said, one tiny spark of my splendor. И Параматма, который является Ишварой, верховным контролирующим повелителем, который присутствует в сердце каждого, в каждом атоме этой вселенной, всего лишь является частичкой частичного проявления Шри Кришны. Шри Кришна говорит, что он лишь частичное проявление моего величия. Millions of uncountable avatars of God appear in this world like waves in the ocean coming.
Бесчисленные аватары Господа приходят в этот мир, подобно волнам в океане. But Кейшава Дрита Мина Шарира, Кейшава Дрита Курма Рупа, Кейшава Дрита Нарахари Рупа, Кейшава Дрита Будда Шарира. All the avatars, they come from one person. Все эти аватары исходят из одного источника, из одной личности. They teach Angsa, Kalapungsa, Krishna's two, Bhagavan Swayam. The Bhagavan Swayam, the word Swayam indicates that form of God which is not dependent on any other form. Бхагаван Свайам. Слово Свайам подразумевает, что та форма Господа, которая не зависит ни от кого другого. Sri Krishna is the Purna Purush, the Supreme Personality of Godhead. Sri Krishna является Пурна Пуруша, полное проявление Верховного Господа. Mata Paratram Nanyat Kinti Dasti Dananjaya. Krishna said, there is no truth beyond me. Кришна сказал, нет истины выше меня. Avyaktam Vyaktim Apana Manyate Mama Bhuttaya Sambhava Majananto Mama Ibyam Paramabhayam. Said, those who think that I have no form, I am avyakta, impersonal, and now I appear in this personal form, they are abuddha, unintelligent. Сам Кришна говорит, что те, кто верит, что я изначально бесформенный или принимаю форму, чтобы явиться в этом мире, такие люди неразумные. Because brahmabhavam vajana, they don't know my existence, which is beyond all things of this material world. Потому что они не осознают мое существование, которое находится за пределами этого материального мира. So Sri Krishna is Purna Shaktiman. He is the omnipotent, possessor of all potencies. Кришна является Пурна Шактиманом. Он полноправный владелец всех, обладающий всеми энергиями, повелитель всех энергий. Radha Purna Shakti Krishna Purna Shakti Man Dui Vastu Vednai Shastra Praman. As Krishna is a Purna Shakti Man, Radhika is Purna Shakti, his full power. И Кришна является Пурна Шакти Маном, он полноправный повелитель всех шакти, всех энергий. Радика является его Пурна Шакти, его полной энергией. Радха Кришна Айчи Сада Эка Исуруп Лила Раса Ашвадите Дарит Туируп. Actually, Radha and Krishna are one Atma, one soul. На самом деле, Радха и Кришна — это одна Атма, одна Душа. But how miraculous that this one soul has two bodies. Но каким-то непостижимым образом эта душа проявилась в двух телах. For what reason? For relishing. They eternally have two forms for relishing rasa, lila rasa, asvadite, dari duiru. С какой целью эта одна душа, одна атма всегда вечно проявляется в двух формах, чтобы наслаждаться расой? Srila Swarupa Damodara Goswami, he said, Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma Ekatmanava Vipuri Purva Deha Vedam Gatoto. Radhika is Krishna's Pranay Vikar. Сварупа Дамодара объяснил, что Радика является Пранай Викарой. What does it mean? Кришна, что это значит? Vikar means transformation. Викар означает трансформация. And Pranay means love, which is full of sympathy. Understanding the other person's feeling. А праная — это такой род любви, которая это любовь, наполненная таким способностью сопереживать чувства другого. So Swarupa Damodara Goswami is paraphrasing one history from Padma Purana. И Swarupa Damodara своими словами выражает одну описание одной истории, написанной в Падма Пуране. This is just to help us understand the identity of Radha and Krishna. Которая помогает нам понять. Кто такие Радха и Кришна? One day Krishna was sitting on the bank of Yamuna at Bangsibad. Однажды Кришна сидел у Бангсибада на берегу Ямуны. And he was thinking to himself. И он думал. I am Satchidananda, embodiment of eternity, knowledge and ananda, bliss. Я Сатчидананда, я средоточие вечности, знания и блаженства. I give joy to everyone. Я радую всех, я наделяю счастьем всех. If anyone has any happiness, it came from me.
Если у кого-то есть какое-то счастье в жизни, это счастье приходит, исходит от меня. From my swarup, from my form. Из моей формы, из моей сварупы. But who give me happiness? Кришна думал, но кто меня сделает счастливым, кто меня порадует? I don't know. Я не знаю. So Krishna was feeling sorry for himself. Кришна так себе сочувствовал. He was feeling sympathy for himself. Ему себя стало жалко. As he was feeling the sympathy, pranay, for himself, his pranay bhav came out from his left side. И как только он стал чувствовать эту пранаю, любовь, полную сопереживание по отношению к самому себе, эта праная, эта любовь приняла конкретный облик, форму. And the Supreme Lord Sri Krishna looked and saw one very beautiful, sweet Kishori, teenage girl. И Верховный Господь Кришна, с левой стороны эта праная вышла и приняла форму. Кришна взглянул и увидел красавицу, такую юную красотку. It was the answer to his question. Who can make me happy? Которая стала ответом на его вопрос. Кто меня сделает счастливым? She was extremely beautiful and the embodiment of all his dreams and everything he could ever want and more than that. Она была просто удивительно красивой воплощением всех его желаний и всех его его мечты и даже больше, чем это. When she saw him, когда она увидела его, then she was moved by raga, that means deep attachment. Движимая рагой, такой глубокой, сильной привязанностью к нему. And when she ran to embrace him. Тут же она побежала, чтобы обнять его. So in Sanskrit, the deep attachment is called the raga. На санскрите сильная привязанность называется слово рага. And she runs is dhavati. А она бежит на санскрите dhavati. So because impelled by rag, she ran dhavati. Her name is Radha. Потому что побуждаемая рагой ра, и она стала бежать к нему давно, поэтому ее стали звать Радха. So Radharani is not different from Krishna. Поэтому Радхарани не отлична от Кришны. She is his own Ananda Shakti, Hadini Shakti, his own pleasure potency has come out and has this very attractive divine transcendental form. Она его собственная Хладини Шакти, энергия наслаждения, блаженства, она просто вышла из его формы и приняла свой облик. So now the question comes. Возникает вопрос. If Radhika is Krishna's full Hladini Shakti, which came from his own Swarup. Если Радика, она полная Хладини Шакти, которая вышла из тела самого Кришны, из его сварупы. Why was Krishna not happy when the Shakti was inside? Only when the Shakti came outside, because it's the same. Почему ей пришлось выйти наружу, чтобы порадовать его? Почему эта Шакти одна и та же внутри и снаружи? Почему он не чувствовал полного удовлетворения и радости, когда Шакти была в нем? I know this question came in the mind of those who were studying mathematics at college. Я знаю, что этот вопрос возник в уме тех, кто изучал математику в университете. Ямарадж is calling. Кому-то звонит Ямарадж. So, the answer is this. Krishna's Shakti is called Swarup Shakti. Shakti Krishna называют Swarupa Shakti. Swa means own and Rup means form. Swarup Shakti, the power of his own form. Swa означает собственное, Rup это форма, это энергия его формы. The power which is non-different from his form and which emanates from his form is called Swarup Shakti. Это энергия, которая не отлична от его формы, и также одновременно она выходит из его формы, называется Сварупа Шакти. When this Ananda is inside Krishna's form, it gives him happiness called Swarup Ananda, the happiness of his Swarup. И когда это Ананда, это блаженство, находится в теле Кришны, в его
Рупи, она называется Сварупананда, блаженство собственной формы. But when this Shakti comes out of his form, then it gives him a happiness called Swarup Shakti Ananda. Но когда эта Ананда, эта энергия блаженства выходит из его формы, она называется Сварупа Шакти Ананда. So it's the same Shakti. Та же самая Шакти. But the Ананда is not the same. Но Ананда другая уже. How can it be? Как это возможно? Jiva Goswami gave one example. Шриджива Госвами приводит следующий пример, чтобы объяснить это. If you breathe, your breath moves in and out from your body. Когда вы дышите, вы делаете вдох и выдох, и and by this воздух движется you в feel вашем some happiness. Теле, и вас это радует. If your breath was not moving, then если бы вы перестали you дышать, would be in anxiety. Значит, что вы бы очень заволновались, если бы не смогли дышать. Now, if you take a flute, вы поднесете к губам флейту, now your breath goes into the flute. И ваше дыхание теперь попадает it's, внутрь флейты. It's exactly the same breath that was in your body. То же самое дыхание, которое было внутри вашего тела. But now it became music. И теперь это дыхание становится музыкой. That same air that was inside you has taken the nature of very beautiful varieties of music that sometimes can make you laugh, sometimes make you dance. Sometimes make you cry. Тот же самый воздух, который до этого был внутри вашего тела, теперь он приобретает форму музыки, которая может иногда заставить вас плакать, иногда смеяться, радоваться, чувствовать ликование, различные эмоции, наполняется удивительными эмоциями. So in the same way, Krishna's Swarup Shakti gives him Ananda, joy when it's in him. But when that same Ananda goes into the heart of his devotee, now it takes on many varieties of forms and gives a happiness that Krishna by himself cannot experience. Поэтому эта сварупа шакти, когда она внутри Кришны, она радует его, но когда эта сварупа шакти выходит из тела Кришны и входит в сердце его преданных, то проявление любви, которое эти преданные могут совершить по отношению к Кришне, могут порадовать, дать ему такое счастье, которое он не мог этого испытать сам. So, Krishna, though he is God, though he is Atmaram, self-satisfied, he is hankering and very greedy to taste that ananda, that joy, which is in the heart of his devotees. Несмотря на то, что Кришна Атмарам, он полностью самодостаточен, и он Верховный Господь, все равно он всегда жаждет вкусить эти оттенки любви, которые могут проявить в отношении к нему его преданные. People think God is Atmaram, self-satisfied. He cannot want anything or have any desires. Люди обычно думают, что Господь, он самодостаточен, он Атмарам, ему ничего не нужно. Какие у него могут быть желания? But actually, Krishna has many desires. На самом деле, all the time. У Кришны множество желаний, очень постоянных таких частых желаний. If someone will tell Nanda Baba, be careful, don't slap your son and discipline him, because maybe he's God. Если кто-то скажет отцу Кришны, Нанди Махараджу, не надо так строго пытаться дисциплинировать вашего ребенка, он же Господь, скорее всего. Нанда Махараджа, my God, my boy is God. Нанда Махараджа смеется, скажет, мой сынишка Бог. God is Atmaram. Скажет, Бог Атмарам, он самодостаточен. My Lala, he will not be Atmaram after 100 years, 1,000 years. А мой сынишка, он Атмарамом не станет ни в этой жизни, ни через 1000 жизней. God is supreme truth. Господь — это верховная истина. My son, he is very often telling lies. А он маленький врун. So, Krishna is restless and has many desires. Кришна вечно такой непоседливый, у него много желаний. He desires to taste the love of his devotees of Vrindavan. Он хочет вкусить любовь своих преданных во Вриндаване. But because this love is the movement of his own Swarup Shakti, so he has desires and he's Atmaram at the same time. Because this bhakti is coming from his Atma, his own Swarup. Он хочет вкусить любовь в сердцах своих преданных, но так как эта любовь и есть проявление его собственной владение Шакти, Шакти его сварупы, то одновременно он хочет испытать эту любовь, но также остается Атмарам, потому что это его собственная энергия. So he has many desires
And he's self-satisfied at the same time. This is the meaning of Advaita. И вот это и есть глубокое значение Non-duality. адвайты, недуальности, что он одновременно самоудовлетворен и также он жаждет вкусить любовь своих преданных. Mayavadi see the word Advaita in Srimad Bhagavatam and begin to dance. Когда майвади видят слово адвайта в Шримад Бхагаватам, они начинают танцевать от радости. But they have no idea what it means. Но они не понимают, что это значит. This is the real meaning. Это и есть настоящее значение. So, Shri Krishna's Kaviraj says, Ladi nirasara prem, prema sara bhav, bhava paramakasta nama mahabhav. The essence of Ladini, Ananda Shakti, is prem, pure love. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что суть бхакти – это чистая любовь. Ladinir Sara Prem, Prem Sara Bhav. That means Prem Snehman Pranaya Radhanurag, the Bhav of Gopis. Bhav. That is the essence of Prem. Суть премы – это Бхава. And Bhava Paramakasta Nam Mahabhav. And the essence of that Bhav is called Mahabhav. А суть этой самой возвышенной любви, суть ее это Mahabhava. So this Mahabhav, this highest spiritual emotion, has two aspects. У этой самой возвышенной трансцендентной эмоции есть два проявления, два аспекта. That is called Murta and Amurta, with a form and without a form. Форменное и бесформенное проявление, Мурта и Амурта. So when this essence of essence of essence of Ladini Shakti is without a form, it's called Madanakya Mahabhav. И когда у этой эссенции Хладини Шакти, эссенции Хладини Шакти нет формы, ее называют Маданакья Махабхава. And when this essence of Ladini Shakti has a form, then it's called Mahabhav Swarupa Sri Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Kanta Shiramani. Then it's called Vishubhanu Nandini Shimati Radha. Но когда у этой эссенции Хладини Шакти она принимает форму, ее зовут Шримати Радарани. She is like a deep mine of divine qualities. Она подобна как глубокому кладезю всех трансцендентных качеств. Krishna Kanta Shiramani, the crest jewel of all Krishna's lovers. И Кришна Канта Ширамани, она сокровище среди всех возлюбленных Кришны, она жемчужина среди них. So, what does it mean? Что это значит? It means, if there's any devotion anywhere. Это значит, что если вы найдете какое-либо проявление преданности, любое проявление преданности, которое вы можете, с которым вы можете столкнуться, оно исходит из Радарани. Radharani's devotion in amurta rup, without a form. Потому что преданность Радики, когда она не имеет формы, когда она амурта, bhakti. Называется бхакти. The tiniest, tiniest indivisible atom of bhakti is called shraddha. И вот эта самая крошечная частичка этого бхакти, самая уже крошечная атом, неделимая частичка называется шраддха. If you associate with any pure devotee, with respect and listen carefully. Если вам посчастливится общаться с чистым преданным и будете его внимательно слушать и уважать, then this tiniest atom of Radharani's love will come into your heart. То этот крошечный атом любви Шримати Радарани может перейти в ваше сердце. How does it feel? И что происходит, когда этот атом появляется в сердце? Indescribable. Это неописуемо. But it has some symptoms. Но это неописуемо, но можно его определить по симптомам. And the symptom is, I want to surrender my life to the service of Krishna. Симптом это, что в сердце появляется желание посвятить всю жизнь служению Кришне. Sharanagati is the outer symptom of the appearance of that atom of bhakti in the form of shraddha, faith. Шаранагати будет внешним проявлением, внешним симптомом появления в сердце этой веры, этой крошечки веры, шраддхи. And the inner form of that atom is Krishna Seva Vasana. I want to serve Krishna. So inwardly I want to serve, and outwardly I want to
Surrender. Внутренний симптом это Кришна Сева Васана, желание служить Кришне. Это внутреннее такое ощущение, а внешнее поведение проявляется как самопредание, шаранагати. Surrender means letting go of all the attachments to the external world. And Seva Vasana is a positive desire to serve Krishna in his transcendental world. Внешне так проявляется полностью отказ от всяких мирских желаний и амбиций, а внутренне проявляется как такое позитивное желание, стремление служить Кришне в духовном мире. So Shraddha grows and becomes Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya, Anartanivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav. И вот эта частичка Бхакти, эта шрадха начинает расти и становится тогда садусангой, баджанакрией, анаттанивритти, ништой, ручи, ашакти, бхавой. И дальше према. So all the stages of bhakti from the beginning, from shraddha up to Radharani's Madanaki Mahabhav, is the same thing. Поэтому все эти составляющие, начиная от шрадхи до Маданаки Махабавы, Шримати Радарани, это одно целое. Only it is the vilas, the play of Ladini, Ananda, but in small particle, more concentrated. Это все проявление Хладини Шакти просто в разных пропорциях, концентрации. Что это? Вилас Хладини Шакти, ее игра. So, without form, all bhakti from Shraddha up to Mahabhav, this is the Amurt Rupa of Ladini. И амурт-рупа, бесформенное проявление хладини шакти, энергии блаженства, это вот эти все этапы бхакти, начиная от шрадхи до маданаки махабхавы. And when that full power of love has a form, then this is Vrishabhanu Nandini, Radharani himself. И когда вот эта сила любви обретает форму, то это выглядит как Шримати Радарани. It means she's not made of skin and hair. Это указывает на то, что Шримати Радхарани, ее тело не состоит из кожи и волос. She's not made of blood and bone. Она, ее тело не состоит из крови и там костей. Radharani is made of Mahabhav. Полностью Радхарани состоит из Махабхавы. Just like if you make a doll out of sugar. Если вы сделаете куколку из сахара, then anywhere you taste this doll, on the head, on the feet, on the hands, everywhere sweet. Вы сделаете сахарного пупсика, где бы вы его ни лизнули, там внизу, на голове, на ножках, все равно все будет сладко. So in the same way, Radharani everywhere is only made of the sugar of Mahabhava. Поэтому полностью Радика состоит из сахара Махабхавы. Not only her body, but also her clothing is made of emotion, transcendental emotions. Не только ее тело состоит из трансцендентных эмоций любви, даже ее одежда. And her jewelry. Ее украшения. Nana vidha yalanka kari jalama hari mano vimohana badana vipra. Her earrings are made of greed to listen to the qualities of Krishna. Ее серьги состоят из желания услышать описание качеств Кришны. Her garland. Ее гирлянда. Is made of her 25 divine qualities. Состоит из 25 божественных качеств. Like Karunamayi, she's full of compassion. Она одно качество это Karunamayi, она преисполнена милосердия, сострадания. One day, one of Krishna's beloved cows gave birth to a calf. Однажды одна из любимых коров Кришны родила теленка. And Krishna was very happy. И Кришна был счастлив. And he was petting his new cow. Он гладил своего этого нового теленка. After some days. Через пару дней Radharani saw that this calf was trying to eat some grass. Радика увидела, что теленок пытался покушать травку. And the sharp straw was stuck in the calf's nose. И увидела, and little blood was coming. И она заметила, что острая соломинка повредила ему в носик, что она уколола его в носик, и капли крови полились. So when Radharani saw this, at once tears came in her eyes. Как только она увидела это, слезы тут же заструились из ее глаз. Came, oh, come to me. Она подбежала к теленку, сказала, иди ко мне быстренько. Вытянула эту соломинку острую. И положила туда, присыпала порошок кумкумы на ранку. And then when the calf was okay, then she stopped crying. И убедившись, что с теленком все в порядке, она перестала плакать.
Радхарани is like this Карунамай, very compassionate. Такая Радхарани, она преисполнена сострадания ко всем, она Карунамай. Radharani is very respectful to her elders. Она с великим почтением, уважением относится к старшим. One day, two gopis came, one from this direction, and one from this direction. They arrived at the same time. Однажды две гопи, идя из разных направлений, они прибыли в одно место одновременно. One gopi, they both wanted to speak to her, and she looked. Радика сидела на месте, и две гопи одновременно подошли к ней с двух разных направлений. И обе хотели с ней заговорить. You speak first. Радика не знала, что делать, и сказала одной из них: «Ладно, ты говори первой». I have come from Krishna. Она говорит: «Я пришла от Кришны». He is waiting for you in a kunj on the bank of Jamuna. Он ждет тебя сейчас в кунже на берегу Ямуны. And he asked me to bring you there right now. И он попросил, чтобы я привела тебя туда прямо сейчас. And she looked at the other one. Тогда Радика взглянула на вторую посланницу. She said, I have come from Mother Yashoda. И та сказала: «Я пришла от мамы Яшоды». She sent me to ask you, can you do some cooking in her kitchen today? Она послала меня за тобой попросить тебя приготовить еду сегодня на ее кухне. Then Radhika, she thought for a moment. Радика задумалась на мгновение. Then she told the first one. И сказала первой посланнице: But tell Krishna I'm busy. О, скажи Кришне, что я занята. And she went to the other one. И пошла с другой девушкой. Why? She has so much respect for her Gurujan, the older, elderly persons like Yashoda. Такой выбор, потому что она с такой любовью и уважением относится к своим Гуруджан, к своим старшим, таким как Яшода. She has so many qualities. I don't know which one to pick next. Радика столько качеств, я даже не знаю, какое из них обсудить. Acha, okay, this one. Хорошо, обсудим это. She sings in a very enchanting way. Она очаровательно поет. One day, Radharani was in the courtyard of Jutila's house. Однажды она была во дворе дома своей свекрови, Джатилы, в доме своей, во дворе дома своей свекрови, Джатилы. And she was sitting in the garden with her sakis. Сидела в саду там со своими подружками. So at that time, Krishna could not meet with her. И в это время у Кришны не получалось встретиться с ней. But he was so desperate. Но он уже был готов на все, он был в таком отчаянии. He thought, if she cannot come out of her mother-in-law's house, I'm going to sneak in myself. Он просто думал, если ей не удастся как-нибудь выбраться из дома своей ее свекрови, то мне придется проникнуть туда внутрь. So very carefully, like a thief, Krishna climbed over the wall, and he was coming through the garden. И тихо, осторожно, как крадущийся вор, Кришна перепрыгнул через забор и проник в сад. And just then, Radharani, in separation, she began to sing. Как раз в этот момент, чувствуя сильную разлуку с ним, Радарани запела. Моя парана гора, Гокула Ранджана Кана. Very beautifully, when Krishna heard it, his hair stood on end and he became stunned, stumbled. He could not move like a figure in a painting. Чудесно запела, что Кришна просто замер на месте, он испытал чувство стампа, он просто не мог сдвинуться с места, как человек на картине. So just then, one gopi saw Krishna. И одна из гопи увидела в этот момент Кришну. And then she saw Jatila was coming. И увидела, что как раз Radharani's mother-in-law. Свекровь Радарани, Джатила. Said, Krishna, be careful. И она сказала: Кришна, будь осторожен. But Krishna, Кришна был не слышал ее в этот Krishna, момент. Krishna, hello. Кришна. Anyone home? Там дома кто-то есть, Кришна. Then she realized. Тут она поняла. And she quickly went to Radharani and said, "Stop singing." Она поняла, что происходит. Она подбежала к Радарани и сказала: "Перестань петь." And when Radharani stopped singing, then Krishna. Как только Радарани замолк, came back Кришна to пришел. External sense. Только Радика замолкла, Кришна пришел в себя. Ему вернулось внешнее сознание. Be careful, the Jatila is coming. Now he heard, and he went and he went to a hiding place. И тогда он уже услышал это предостережение, что идет Джатила, и он убежал и спрятался. These are the astonishing qualities of Radharani. Это удивительные качества Шримати Радарани. Okay, this one. Сейчас мы услышим об этом качестве. Radharani, she's very submissive to her sakis. Радика всегда подчиняется воле, желаниям своих подруг, саки.
пожеланиям своих саки. Oh, one day it was a full moon. The full moon night was coming. В одно полнолуние, когда наступила ночь, and see Krishna, he sent one messenger girl to come to Radharani. Кришна послал одну девушку с сообщением для Радхарани. So then Radharani heard the message of that girl. Радика выслушала его послание. Dio Sumiri Jamuna Tiri Bosanti Bane Banamari Pina Payodara Parisara Mahadana Chantila Kara Yuga Shali Dira Sumire Yamunati Re Vasati Bani Banamali. Oh, Radhika Banamali is in a very beautiful kunj, and a very gentle breeze is blowing, and he's decorated himself from head to toe. He looks so charming. О, Радика, Ванамали ждет тебя в одной красивой кунже, он разодет с ног до головы. And he's very restless to meet with you. Он от нетерпения сгорает, ожидая встречи с тобой. Then Radharani thought, Радика подумала, oh, I promised my friend Chitra that on the next full moon day she can go and meet with Krishna. Радика припомнила, что, о, я обещала своей подруге Читре, что я устрою ее встречу с Кришной предстоящее полнолуние. Oh, Chitra, are you ready? И она сказала, Читра, ты готова? Oh, then go with Krishna's messenger girl. Иди с этой посланницей к Кришне. I have to keep my promise. Потому что я хочу сдержать свое слово. In this way, Radhika, she's controlled by the love of her sakis. Радика находится полностью под контролем любви своих подруг, своих саки. Radhika is very humble. Она очень смиренная. Once Sri Krishna came to meet with Radharani. Однажды Кришна пришел на свидание с Радхарани. But he was very, very, very late. Но пришел, он сильно запоздал на это свидание. They were supposed to meet at 11 o'clock. Они должны были встретиться в 11. And now it was about 2:30 in the morning. А он явился в 2:30 ночи. And Radharani had been waiting. Радхарани ждала его, ждала. Then finally, who shows up? И наконец-то кто появился? And in what way? И каким образом? His eyes are very red. Его глаза были красными. And closed. И полузакрытыми. His garland is squashed. Его гирлянда была полностью примятой. And some cosmetics are here and there. На одежде on his clothing. Была какая-то косметика. Then Radharani became furious. Радика очень сильно разгневалась. She told him, Rajani Janita Guru Jagadraga Krishayata Alsanimesham Vasati Vahana Anuragam Ivasputam Uritarasabhinivesham Jahi Madhava Jahi Keshava Jahi Madhava Jahi Keshava Mabad Kaitav Vadam. Get out, Madhav. Убирайся отсюда, Мадхав. Jahi, Мадхав. Jahi, Keshav. Get out, Keshav. Убирайся, Кешав. Mabad Kaitav Vadam. I don't want to hear your lies. Я больше не хочу выслушивать твою ложь. Rajani Janita Guru Jagar, why are your eyes red? Почему у тебя такие красные глаза? It's clear you've been awake all night. Очевидно, что ты всю ночь напролет подрыхнул. And if someone is intoxicated, their eyes also become red. Когда кто-то
напился или принял какую-то интоксикацию, его глаза краснеют. I know what intoxication you have been drinking. Я знаю, какой интоксикацию ты принимал сегодня. So I don't want to hear any excuses from you. Поэтому мне никаких оправданий не нужно. But Krishna, what can he do? Ну что Кришна может поделать? He's been very bad. Он очень, очень плохо повел себя. Maybe. Может быть. Maybe not. А может и нет. Perhaps you have heard of one acharya called Srinivas Acharya. Может быть, вы слышали об одном ачарье, которого звали Шринивас Ачарья. When he was chanting Харинам. Однажды Шринивас Ачарья воспевал святые имена Харинама. И при воспевании Харинама он погружался в глубокий транс, and самадхи. In his trance he saw, oh, I am Mani Manjari. И однажды в трансе он видел себя как Мани Манджари. And Radha Krishna doing holy lila. Throwing colors at each other. И он видел такое, что он Мани Манджари, и Радха и Кришна играют в холи, они бросаются красками друг в друга. And when Krishna takes a bomb, color bomb, и когда Кришна берет цветочную бомбу, it means it has the pollen of flowers inside and wrapped in very soft black. Эта бомба сделана из цветочной пыльцы, которая так завернута в тонкий такой слой лака. And when Krishna throws this at Radharani, и Кришна кидает эту бомбу в Радхарани. Then it's my service to jump and и Мани Манджари знает, что... And then it will explode on me, and then Radharani will be clean. Мани Манджари знает, что ее служение — это подпрыгнуть перед этой бомбой, преградить ей путь, чтобы эта краска оказалась на ее одежде, а не на Радхарани. So Radhika was throwing colors at Krishna. Радхика бросала эти бомбы в Кришну. And he was moving. И Кришна тогда... And Krishna was throwing colors at Radharani. И Кришна кидался красками. А ей не нужно было увертываться, потому что ее саки они подпрыгивали, сбивали эти бомбы. Radharani is very, very stylish. Потому что Радхика всегда очень стильная. So, in his meditation, she became covered. Mani Manjari was covered with color. Ачарья он медитировал, и в форме Мани Манджари он был уже покрыт красками. Мани Манджари была вся с ног до головы в краске. And when Srinivas Acharya stopped chanting, opened his eyes, he saw there was color all over his dhoti. Но когда Шринивас Ачарья, он уже вышел из транса, он открыл глаза, он посмотрел, он увидел, что его все дхоти покрыто краской. So sometimes bhava is so intense, it comes out. Иногда бхава настолько интенсивна, что она проявляется извне. So sometimes Krishna, he is alone. Иногда Кришна находится в уединении. And feeling separation from Radharani. И он чувствует разлуку с Радхарани. And in his separation, he becomes so absorbed. He looks and sees that Radharani is there with him. И испытывает сильную разлуку, он видит, что Радхарани вдруг предстает перед ним. He talks to her. Он начинает с ней разговаривать. Embraces her. Обнимает ее. And then she disappears. И вдруг она исчезает. And no one is there. И он опять один. But he does not notice his garland is crushed and her cosmetics is here and there on his body. Но он уже не видит, что его гирлянда примята, ее косметика осталась на его одежде. And when he goes to meet Radharani, finally he arrives. Потом, наконец-то, когда он приходит на место встречи и видит Радхарани. Then, Jai Madhava, get out, Madhava. Что он слышит в приветствии? Это убирайся, Мадхава. I was only thinking of you. Он говорит, да, о чем ты? Я только о тебе думал. Маванукаита Бабанам, I don't want to hear your lies. Радхика говорит, я не хочу слушать твои лживые слова. You are very cruel. Ты очень жестокий. Especially to women. Особенно по отношению к женщинам. From the when you were born. Ты проявлял жестокость с момента своего рождения. When you were only 6 days old, you killed Putana. Когда тебе было всего лишь 6 дней от роду, ты убил Путану. So this is your habit to kill women, even when you were a baby. Ты с самого детства этим занимался. Это уже стало привычкой для тебя. Now you are 16 and very strong. Oh, very easily you can kill a woman just by the упекша, neglect. А сейчас тебе очень легко справиться с женщинами, потому что теперь тебе 16, ты полон силы, ты просто своим пренебрежением можешь убить, сразить наповал любую женщину. Anyway, you have been. Why? How can you come here so shamelessly? И вообще, о чем тут говорить? Как ты так, может быть, таким бесстыжим, чтобы заявиться сюда так?
Don't you know you are Rasik? You should know. Ты же Расик, ты должен знать. The heroine who has been enjoyed. There is more rasa in her than the heroine has not been enjoyed. Потому что гораздо больше расы есть в той героине, которая уже наслаждались, чем в той, которая еще не наслаждались. When the heroine's hair is scattered. Когда волосы героини все распутаны. And she's covered in perspiration. Она покрыта капельками пота. And became completely absorbed in ecstasy. И лежит погруженная в экстаз. Then, or in her service, there is more rasa than in servitude than heroine who has not been enjoyed. То в служении такой героини кроется гораздо больше расы, чем в служении той героини, so, которой не было наслаждения. Why have you come here? Go back there. Rasa is there, not here. Поэтому Радика говорит, зачем ты сюда пришел? Возвращайся туда, откуда ты пришел. Там много расы. You are Madhav. Ты Madhav. Dhav means husband. Dhav значит муж. And Ma means Lakshmi. Ma это Лакшми. The Madhav means husband of the goddess of fortune. Madhav это муж богини удачи. That means tonight that gopi, she is the most fortunate. More than Lakshmi. Это значит, что та гопи, с которой он наслаждался, она как Лакшми, она так удачлива, она so, богиня удачи. So your mother, what are you doing here? Jahi mother, go back to your Lakshmi. Она говорит, ты ж Мадав, что ты, зачем ты сюда пришел? Иди обратно к своей Лакшми. So Radharani criticizes Krishna with very harsh words. Радика очень так серьезно отчитывает Кришну. And then when Krishna leaves, he has no choice. И наконец-то, когда уже у него безвыходное положение, ему приходится просто уйти оттуда. Then afterwards, Radharani thinks. Позже она думает. Oh, why did I send him away? Зачем я его отослала? I've been very cruel. Почему я так жестоко обошлась с ним? And she is full of regret. Она чувствует такое сожаление. She tells Lalita, go and bring him back. Она говорит, Лолита, пойди позови его обратно. How can I just throw him out? Это говорит, что? It would be very embarrassing if I have to go and tell him to come back. Как я могу за ним сейчас пойти, когда я его сейчас изгнала 5 минут тому назад? Это будет очень мне стыдно. So then she goes and speaks with Krishna, and after some time Krishna comes back. Лолита уходит тогда, там обговаривает что-то с Кришной, и через некоторое время Кришна возвращается. At that time, Radharani, she says to her sakis, I have been very cruel and offensive. Тогда Радика говорит своим подругам, я очень грубо, по-жестокому обошлась с Кришной. But still he did not neglect me, he's come back to me. Я так оскорбительно к нему отнеслась, но все равно он не пренебрег мной, он вернулся. I cannot think of any reason why he would come back to this offensive person. Я даже представить себе не могу, по какой заслуге он вернулся к такой оскорбительнице. The only reason here Krishna has accepted me again is must be because of your affection for me, Lalita, Vishakha. Because of your affection for me, he accepted me again. Я не вижу никаких причин, по которым бы он вернулся к такой оскорбительнице. Я думаю, единственная причина — это ваша любовь ко мне. Твоя, Лалита, любовь, Вишакха, твоя любовь ко мне. So, Radharani, she has the highest divine transcendental qualities, but she thinks, oh, I have no qualities at all. Радика обладает самыми возвышенными, божественными, трансцендентными качествами, достоинствами, но ей кажется, что у нее нет никаких достоинств. And Krishna is coming to meet me just because my friends are so kind. They arranged this for me. Она искренне верит, что Кришна приходит, возвращается обратно на встречу с ней ради любви ее подруг по отношению к ней. This is Radhika's благодаря их Dhanya Bhava, humility. Это Dhanya Bhava Радики, ее смирение. So many qualities. Так много качеств. But we'll save some for next year. Но мы сохраним, оставим несколько на следующий год. So Radharani's body, Radharani's garland, Radharani's ornaments, Radharani's cosmetics, everything is made of bhav, a divine emotion. Тело Радарани, ее эмоции, ее украшения, косметика на ее теле, все состоит из трансцендентных эмоций. And each one of the gopis, her sakis, Lalita, Vishakha, Chitta, Champakalata, Indulekha, Tundavita, Rangadevi, and Sudevi. Каждая из ее подруг. Each gopi is one of Radharani's moods. Является проявлением одного из настроений Радарани. You know that during Rasa Lila,
Krishna was dancing with all gopis. Вы знаете, что во время Раса-лилы Кришна танцевал со всеми гопи. But suddenly Radharani disappeared. Вдруг Радика ушла. And Krishna, he left everyone and went to search for her. И Кришна оставил всех, чтобы пойти вслед за ней и разыскать ее. Why? Почему? Because don't think that Radharani has more love than any gopi. Не думайте, что у Радхарани больше любви к нему, чем у других гопи. She has more love than all millions of gopis put together. У Радхики больше любви, чем у всех этих миллионов гопи вместе собранных. Because every single gopi of Vrindavan is only fraction and fraction and fraction of a fraction of her loving moods manifested in many ways to please Krishna. Все эти гопи, они являются лишь частичным проявлением настроения Шримати Радхарани. И она приняла эти формы, чтобы удовлетворить все желания Кришны. Not only that. И не только это. But when Krishna goes to Mathura and to Dwarka, then Radhika and Chandravali become Satyabhama and Rukmini, and all the queens of Dwarka. Когда Кришна переезжает в Матуру, затем в Двараку, Радхарани и Чандравли становятся Рукмини и Сатьябама, и затем проявляются как остальные царицы Двараки. To serve him there in opulence. Чтобы продолжать служить ему в этой атмосфере такого великолепия и роскоши. When Krishna becomes Lord Ramachandra, then Radharani becomes Sita Devi. Когда Кришна становится Господом Рамачандра, и Радика сопровождает его как Сита Деви. When Krishna becomes Lord Narayan in Vaikuntha, Radharani becomes Лакшми Деви. Когда Кришна проявляется в облике Господа Нараяны, Радика приходит как Лакшми Деви. And when Krishna manifests his Pritak Abhiman, a separate ego as Lord Shiva. И когда Кришна проявляет свой Притак Абиман, свое эго как Господь Шива, then Radharani's shadow, то тень Радики becomes Durga. Становится Дургой. That is the shadow Durga means this material energy. Дурга — это материальная энергия. So this material world is the shadow of the spiritual world. Этот материальный мир является тенью духовного мира. Here we see all different types of relations. Мы видим тут все виды отношений. It looks that there's joy there. И кажется, but что тут есть emptiness. Радость в этом мире, но на самом деле тут лишь пустота. But it gives us some clue what it is like in the spiritual world. Но все равно в этом мире мы можем увидеть что-то подобие того, что существует в духовном мире. Какое-то наводит нас на идею, размышление о том, что есть в духовном мире. So the gopis of Vrindavan are Radharani's kaya vyuha, bodily expansions. Все гопи, девушки Вриндавана, они кая вьюха, они телесные экспансии Шримати Радхарани, проявление. And the queens of Dwarka are Radharani's vaibhav prakash, opulent manifestations. Царицы Двараки являются вайбав пракашем. And the Lakshmi Devis in Vaikuntha are Radharani's vaibav vilas. А все Лакшми Деви на Вайкунтхах, они вайбав вилас Шримати Радхарани. The vilas forms means they're not human-like, because Lakshmi Devi has four arms. Вилас означает, что они не человекоподобные, потому что у Лакшми четыре руки. So prakash roops are human-like, and the vilas forms are Пракаши, они not like human. Подобны форме человеческой, а вилас — это уже что-то сверхъестественное, не человекоподобное. So this is called Radha Tattva. И вот то, что мы услышали, называется Радха Таттва. The philosophical truth concerning Radha. Философские истины о Радхарани. Now we come to the Rasa Vichar. Сейчас мы услышим Раса Вичар. Who is Radharani? Кто такая Радхарани? Only the daughter of Вришабану Махараджа. Она лишь дочка Вришабану Махараджа. Those who want to do bhajan, following Srila Rupa Goswami. Outwardly they know all philosophy, but inside they have to give up all philosophical mood and have natural relationship towards Radhika. Все те, кто хотят следовать, совершать бхаджан, следуя настроению Шрилы Рупы Госвами. Они умом, они осознают всю татву, все философские принципы, они их прекрасно понимают, но в сердце они все равно следуют настроениям более таким близким, интимным, человекоподобным по отношению so к Радхарани. So yesterday we heard how when Radharani came of marriageable age, her marriage was arranged to Abhimanyu.
Мы слышали And вчера all gopis were, the Nardis were arranged to other gopis, not to Krishna. О том, как когда Радика достигла подростковой юности, ее родители и уже говорились о помолвке, о женитьбе Радики и Абиманию. И родители всех других гопи тоже уже договорились о их свадьбах. And we heard how they wanted to commit suicide rather than go to their in-laws' house, but their lives were saved by Jamuna Devi, Vrinda Devi, and the Purnamasi. И мы слышали о том, как они сделали выбор в пользу суицида, не желая выходить замуж за других, но Пурнамаси Деви, Вринда Деви и Калинди спасли их. So, then Radhika moved to Yavat from Varsana. И Радика переехала в Яват из Варшаны. So we are inviting everyone, please come to Брадхамандал. Мы приглашаем всех, приезжайте во Брадхамандал. In the month of November. В ноябре. And visit all of these places. Varsana, Javad, Nandagaon. И посетите все эти места: Варшана, Нандагаон. The Leela Javad. Is still going on there today. Эта лила, эти игры проходят там прямо сегодня, сейчас. So if you want to see it, you must come. Если вы хотите стать свидетелем этих игр, вы decorate your whole body with the dust of these places. Необходимо посетить места, украсить свои тела пылью. Этих трансцендентных мест. The dust of Vrindavan has a power to speak harikatha to in the heart. У Вриндавана обладает мистической особенной силой. Она может рассказывать вам харикатху в вашем сердце. So, in many sampradayas, in Nimbarka sampradaya, in Vallabh sampradaya, other sampradayas, they also worship Radha and Krishna, but in Nitya Milan, always meeting, like В некоторых других сампрадаях, таких как Нимбарка, Валлабх сампрадая, они тоже поклоняются Радхе и Кришне, но в другом настроении. Они поклоняются идее вечной встречи. But the speciality of Нитья Милану. The speciality of the sampradaya of Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami is understanding, realizing the importance of Vipralamba, separation. Но loving separation. Уникальная особенность сампрадая Шри Чайтанья Махапрабху Рупа Госвами – это уделение внимания идеи Випраламбы, чувства разлуки. This is the real meaning of the Mahamantra. Это настоящее значение Махамантры. Hare means Radha. Hare означает Радха. And Krishna means Krishna. Кришна означает Кришна. So Hare Krishna means Radha and Krishna together. Hare Krishna, Hare Krishna, Радика и Кришна, они вместе. Then Krishna, Krishna, Hare, Hare. Now Radha and Krishna are separated. Теперь они в разлуке. So all the loving pastimes of Radha and Krishna in meeting and separation are revealed by this Mahamantra. И все игры, все романтические игры Радхи и Кришны, которые проходят во время встреч и во время разлуки, они содержатся в этой Махамантре. So Jogamaya arranged that Radharani will not be married to Krishna to increase the intensity of their love and cause all these different types of meeting and separation. Поэтому Йогамайя нарочно устроила замужество Радики с кем-то другим. Она так сделала, чтобы Радика и Гопи не могли выйти замуж за Кришну, чтобы они испытали разнообразие вот этих вкусов и встречи, разлуки. So Radharani has some love that no other Gopi has. Любовь Радики особенно, она отличается. It is called от любви других гопи. Маданакья Махабхава. Ее любовь называется Маданакья Махабхава. But without understanding about meeting and separation, anyone cannot have any idea what it is. Но эту бабу невозможно понять, не разобравшись в начале концепциях разлуки и встречи. Любви в разлуке и любви встречи. First. Прежде всего, there are four prominent types of separation. Существует четыре главных вида разлуки. You have to understand what is the meaning of sambhog and vipralamba. Нужно понять значение самбог и випраламба. What does sambhog mean? Что означает самбог? No. What does vipralamba mean? Что значит випраламба? No. This is the problem.
can never understand Radhika's mood. В этом If и you think that заключается самбхога проблема. means meeting and випраламба separation. Если вы будете считать, что самбхог означает встреча, випраламба – разлука, то значит вы не поймете настроение Радхарани, ее любовь. You see, meeting when Radha Krishna are together is called yoga. Встреча Радхи и Кришны, когда они вместе, это называется йога. And when they're in separation, this is called vi-yoga. Когда они в Without разлуке, физическое это ви-йога, без встречи. Без okay. Meeting is called встреча это йога. And Radha Krishna separation is called разлука. Vi-yoga. Okay. Now, sambhog means sambhog. Sambhog rasa means sambhog rasa означает the joy that comes. Радость, которая возникает from seeing Krishna. От видения Кришны. Talking with Krishna. От бесед, разговоров с Кришной. Embracing Krishna, kissing Krishna. Та радость, которая See? Возникает в процессе того, как видения Кришны, разговоров с ним, It goes in объятий, stages. Seeing, talking, touching, embracing. Прикосновения, kissing. There are 10 stages. И поцелуев, just tell и me так first. Далее. Там 10 этапов, но мы 5 обсуждаем. So, the joy that comes from this is called sambhog rasa. И вот эта радость, счастье, которое возникает в процессе этого, называется sambhog rasa. And it does not, that joy doesn't have to be experienced in yog. It can be experienced in vyog. Но это не обязательно происходит во время физической встречи йоги. Это тоже может произойти во время ви-йоги. Understand? Разлуки, физической Now, разлуки. What is vipralamba rasa? Что такое vipralamba rasa? It means when there is a desire to see Krishna, talk to Krishna, touch Krishna, embrace Krishna, but that desire is unfulfilled and one is frustrated and disappointed, it is called vipralamba rasa. Vipralamba rasa – это состояние разочарования, такой фрустрации из-за того, что желание увидеть Кришну, поговорить с ним, прикоснуться к нему, поцеловать его, обнять его не исполнены. And it can occur in the yoga. Or in yoga also, in meeting. И это чувство может возникать в разлуке, но также во время встречи. Okay, is it clear that these two things are different? Эти категории теперь понятны? So, four types of vipralamba rasa. From Четыре, many types. Сейчас мы слышим о четырех видах vipralamba rasa. The first one is purvaraga. Первое это purvaraga. It means the feeling of unfulfilled desire to meet. Prior to having the chance to become very close. Это неудовлетворенность, которая возникает из-за невозможности встретиться и видеть друг друга, которая еще происходит до первой встречи, физической встречи. Just like yesterday, we saw gopis were seeing Krishna dancing on the head of Kaliya. Мы слышали вчера, как гопи смотрели, наблюдали за тем, как Кришна танцует на клобуках Калия. И в сердцах стала пробуждаться пурварага. But they cannot talk to him, they cannot embrace him. Но они не могут заговорить с ним, прикоснуться к нему. Because all their parents and everyone is watching. Потому что за ними все старшие наблюдают, родители. And so they feel vipralamba rasa. И поэтому в тот момент гопи испытывают vipralamba rasa. Separation mood. Это настроение разлуки. But they're in yoga. Ну, а это происходит во время йоги, во время физической, они рядом с Кришной. Understand? Oh, and sometimes in the Vyog, the same vipralamba rasa can come purvaraga. Иногда во время Vyoga тоже возникает vipralamba rasa. You know, Purna Polinda Urugaya Padabjaraga Shikum Kumena Daitastana Manditena Tadarshanas Pararujastana Rushitena Nimpanta Anana Kuchesu Da Ustadaji. Do you know this verse? Вы знаете этот стих? No? Why not? Почему нет? Or cancel everything in your life and come to Vrindavan. Отмените все планы свои жизненные, немедленно приезжайте в Do bhajan and hear Harikatha. Слушайте там Харикатху и совершайте бхаджан. Human life is for this. Человеческая форма жизни предназначена лишь для этого. Radharani is talking with her friends. Радика беседует со своими подругами. They're in their home, and Krishna is far away at Govardhana. Радика у себя дома вместе с ее подругами, а Кришна где-то в лесу пасет коров. Radharani said, "Have you seen?" Радика говорит, вы видели? Krishna was walking. Кришна шел. And he stepped on some wet grass.
и наступил на влажную траву. And when he went by, и когда он прошел мимо этого места, there were two aborigine girls, jungle girls. Рядом были две девушки, таких аборигенки из джунглей. And they looked and they saw that some kumkum, some cosmetic from the breast of his beloved was on his feet and was now rubbed on the grass. Они увидели, что на этой траве, на которую наступил Кришна, остались капельки кумкумы. Это такая красная косметика с груди возлюбленной Кришны, которая so была у него на ногах. When Krishna had gone, they came and they took that kumkum from the grass and. И когда Кришна прошел мимо, они подошли к этому месту, взяли эту кумкуму и вдохнули аромат. As soon as they took this fragrance, then at once they began to tremble, their hairs were standing on end. И как только они вдохнули аромат этой косметики, то тут же их тело задрожало, и волосы стали дыбом. They became overwhelmed with desire to embrace Krishna. И они почувствовали сильное желание обнять Кришну. Then they became mad and they spit all over their faces. И как безумно они стали умощать все, распирать эту пасту по всему телу. And by the touch of this kumkum, they felt completely satisfied. И от прикосновения этой кумкумы к телу они почувствовали полное удовлетворение. Радхарани said. Это слова Радхарани, Радика говорит это. This is Purva Raga. Это Пурва Рага. She did not meet with Krishna. Она еще не встречалась с Кришной. And she is glorifying the Palindi girls. How fortunate they are to have some touch of contact with him. Но она прославляет этих аборигенок от того, как они удачливы, что им хоть как-то удалось соприкоснуться с ним. So we gave one форма example контакта of Purva Raga in the yoga. In yog and this one in yoga. И вот мы сейчас услышали уже пример Пурвараги в йоге и в йоге. What does it mean? Что это значит? Radharani is projecting her own mood onto those Palindi girls. Радика проецирует собственное настроение на этих девушек аборигенов. Because any vastu, any substance which has any contact with Krishna is so powerful. If someone has prem and they touch that substance at once, they'll have a spurti and see that Krishna is there. Потому что любая васта, любая субстанция, которая как-то связана с Кришной, как-то близка к Кришне, если у человека, которого в сердце према соприкоснется с этой субстанцией, он тут же увидит Кришну перед собой. Once one new girl from outside Brajmandal was married to a boy in Braj and she came to Vrindavan for the first time. Девушка, которая жила в другой деревне, она вышла замуж за пастушка из Браджи, и она переехала жить по Браджи, она была новенькая в деревне. Her mother-in-law and father-in-law and other relatives, they knew, we have to protect her. И она была новенькая в деревне, и ее свекор и свекровь, они знали, что нам нужно ее хорошенько защищать. Because rumors are going everywhere in our village. Потому что повсюду идут слухи в нашей деревне. That notorious son of Nanda Maharaj, he's toppled the dharma of many young gopis. Что сын Нанды Махараджа разрушает дарму всех юных девушек в Радже. So we have to protect our daughter-in-law. Поэтому нам надо как-то сберечь свою сноху. She should stay in the Antapur. Лучше пусть она все время в центре дома находится, в Антапуре. No one should mention the name of Krishna or say anything. Давайте не будем даже упоминать имя Кришны. She must never see him. Вообще, чтобы она никогда его не видела. So they were protecting her completely. Они ее защищали постоянно, берегли. So her next door neighbor was one gopi who was a beloved of Krishna. А рядом с ней ее соседка, которая жила рядом, она была возлюбленной Кришны. And she met with her. И вот эти две соседки встретились поговорить. And she was saying, oh, you have to come out of your house. Соседка говорит, что ты дома все время сидишь? You know, она now all the cowboys are coming back. Come, come. Что ты сидишь там дома все время? Пошли, вон пастушки возвращаются с пастбища. If she'll just see Krishna one time, oh. Она была уверена, если она хоть разок Кришну сейчас увидит. So she was being very merciful to her. Поэтому она хотела пролить особую милость. Она. She said, why do you want me to go outside? А девушка говорит, зачем ты no, меня тащишь на just улицу? Это пошли, зачем ты задаешь вопрос? No, no, I'm not going. Так вот, не пойду я на улицу. My mother-in-law, father-in-law, everyone, they told me. Свекор. Stay in the courtyard. Свекровь меня строго and настрого. In the Antapur. Строго-настрого велели оставаться дома, и вообще не дома, а в Антапуре. So many times that gopi tried to awaken love for Krishna in her, but failed. И соседка часто делала новые попытки как-нибудь пробудить эту любовь к Кришне в этой девушке, но ей никак не получалось.
So one day Krishna was chewing tambu. Однажды Кришна жевал тамбулу. And when all the juice was gone, then he put it, the chewed tambu on a leaf. И когда уже он выжевал весь сок из этой тамбулы, он эту пережеванную тамбулу выплюнул на листик. And then Gopi thought, ah, this is my chance. And she took that leaf. И вот эта соседка, его возлюбленная, она подумала, вот мой шанс. И быстренько прихватила этот листик с тамбулы. So then she went to the house of that Gopi. И пошла навестить свою подругу, эту Гопи. She had made some dal, and she mixed Krishna's tambul in it. Она приготовила дал и туда замешала немножко тамбулы этой, которую жевала so Кришна. She, oh my dear Saki, let's take prasadam together. О, моя дорогая соседка, давай поужинаем вместе. So then they sat down to eat. Они сели. And that Gopi who had never in her life seen Krishna. И та Гопи, которая в жизни не видела Кришну никогда. She took the prasadam. Она покушала. Кришна, Кришна, and started crying. Where are you, Krishna, my beloved? Она съела кусочек этого просада и тут же заголосила: О, Кришна, мой возлюбленный, где ты, где ты? This is the power of any vastu that is in contact with Krishna. Это пример того, насколько какой мощью силой обладает любая субстанция, которая как-то соприкасается с Кришной. It means only by the touch of his remnant. Только от прикосновения к остатку его пищи. Oh, Saki, what's happening to me? Она сказала, моя дорогая подруга, что со мной происходит? Everywhere I look, I see this very beautiful dark young man Куда? Holding a flute. Куда бы я ни посмотрела, я вижу очень красивого юношу, который держит флейту в руках. This is она уже стала видеть спорти, видение. So when Radharani sees the pulindigas taking kumkum from the grass and smearing, she's thinking, oh, they must experience as if Krishna comes directly there and fulfills all their desires. Поэтому когда Радика видит, как пулинди, эти аборигенки, девушки, они умощают тело этой кумкумой, она представляет себе, что они видят, как Кришна на самом деле подходит к ним и удовлетворяет все их желания, обнимает их. So those aboriginal girls are very lucky, but I am so unfortunate, I cannot meet with him. И она думает, как же удачливы эти аборигенки, но у меня нет возможности встретиться с ним. I have to stay at my home. Мне приходится сидеть дома. I cannot go and touch that grass. Я не могу пойти и прикоснуться к этой траве. This bhava is called Purvarag. И вот это настроение, эта бхава называется Пурварага. It's Vipralambaras, but maybe in meeting or separation. Это Vipralambarasa, но она может происходить во время встречи или даже во время встречи и разлуки. The second type Второй вид of the Vipralambarasa is called Vipralambarasa, называется Premvaichitya. Premvaichitya. Premvaichitya means Radharani sitting in the lap of Krishna. Прямовайчити это когда Радика, например, прямовайчити это если Радика сидит на коленях у Кришны. And because of anurag. Из-за анураги. Her attachment for Krishna is so intense. She's trying to taste Krishna's sweetness, but Krishna's sweetness is so unlimited. It's impossible to taste it all at the same time. Из-за сильной привязанности к Кришне она смотрит на него и хочет вкусить сладость его красоты. Но его сладость, она настолько большая, она как-то растет, растет, и Радика не может впитать весь этот нектар. If she looks in his eyes, если она смотрит в then глаза, his eyes are so beautiful, she cannot see anything else, only the eyes. Он так красивый, если она смотрит ему в глаза, то эти глаза кажутся и такими прекрасными, что больше, кроме этих глаз, она уже ничего не видит. If she looks at his lips, then she can only see his lips. So much beauty is coming, she cannot see anything else. Когда она начинает засматриваться на его губы, и кроме губ уже ничего не видит. If she hears the sound of his voice and his wonderful words, she becomes absorbed in that, she cannot see anything. И если она слышит звук его голоса, она полностью становится поглощена сладостью этого звука. So it means in the stage of anurag. When Krishna is so sweet that it's impossible to taste Krishna and his qualities at the same time. Вот это симптом анураги, вот это одно из качеств анураги, что невозможно вкусить красоту Кришны, его качества и самого Кришну одновременно. Then one loses consciousness. Невозможно воспринимать его качества и его самого одновременно. Then one loses consciousness of Krishna's presence even sitting in his lap. И тогда даже несмотря на то, что она сидит у него на коленях, она уже утрачивает восприятие его самого.
So Madhu Mangal, he took a stick and he drove away one bumblebee. Madhu Mangal схватил палку и стал отгонять шмеля. He said Madhusudan has gone and he'll never come back. И отогнав этого шмеля, он провозгласил: Мадхусудан уже Мадхусудана уже больше нет, он никогда не вернется. So Madhusudan means bumblebee and also Krishna. Но Мадхусудан означает шмель и также означает Кришна. So when Radharani became absorbed in Krishna's qualities and heard Krishna has gone, she began to cry. Krishna, where are you? Where are you? Когда Радика была так погружена в размышления о качествах Кришны, и она услышала, что Мадхусудана больше нет, он не вернется, она разрыдалась и стала говорить: «Кришна, где ты, где ты?» «О, Саки, please take me to Krishna!» «О, Саки, пожалуйста, отведите меня к Кришне!» Even when she's sitting in his lap. Это происходило, когда она сидела прямо у него на коленях. Krishna cannot believe it. Кришна не мог поверить происходящему. And Radharani faints in ecstasy. И Радика теряет сознание в экстазе. And Krishna faints in ecstasy. Кришна тоже падает в обморок. And Lalit and Vishakha and all the Sakis, they faint in ecstasy. Все Саки падают в обморок. And all the parrots in the trees, they also faint. Даже попугаи, сидящие на деревьях, теряют сознание. So what happened next? Что произошло после этого? Nobody knows. Everyone fainted. Никто не знает, потому что все были без сознания. Then the parrots, according to the degree of their love, they wake up from their unconscious. Who has least wakes first, and then next. И в соответствии с градацией силы их любви к Радхе Кришне, все живые существа стали пробуждаться. Вначале проснулись попугаи, что их любовь была слабее, чем других. So luckily the parrots, they woke up first. И, к счастью, попугаи просто пришли в себя первыми. And they began to chant the names of Radha and Krishna. И стали воспевать имена Радхи и Кришны. So the name of Radha and Krishna is more powerful than Radha Krishna themselves. Имена Радхи и Кришны еще более могущественны, чем сами Радха и Кришна. So though they were meeting inside in their fainted condition, the name brought them out. Несмотря на то, что в этот момент они встречались во внутреннем сознании, во время этого обморока, звук их имен вывел их в внешнее сознание. And one by one the Sakis woke up. Одна за другой стали пробуждаться Саки. And then Krishna. Затем Кришна. Then finally Radharani opened her beautiful lotus eyes. И наконец Радхарани раскрыла свои огромные лотосные глаза. And looked and saw herself reflected in a locket on Krishna's chest. И посмотрела, открыла глаза и посмотрела на Кришну и увидела свое собственное отражение на медальоне, который висел на теле, на груди Кришны. And then she became upset. И она тут же расстроилась. This Krishna is shameless. Насколько же бесстыж этот Кришна? He is enjoying with another gopi on his chest, right in front of me. Прямо перед моими глазами он наслаждается утехами с юной гопи, который у него на груди. Bewilderment that comes from Anurag. Вот это. So brainvaitita means the замешательство, которое возникает в Анураге. The mood of separation but coming in meeting. И вот это настроение разлуки, которое возникает во время физической встречи. Another type of vipralamba rasa, man. Еще одна разновидность vipralamba rasa это man. Man means Radha and Krishna are together. Что такое ман? Радика и Кришна вместе. They want to talk. Они хотят поговорить. They want to embrace. Хотят пообниматься. They want to look at each other. Смотреть друг на друга. But one of them, or the other, or maybe both of them. Один из Some emotion is coming and stopping them. Но в одном из них или в обоих возникают какие-то эмоции, которые не дают им This is called предаться man. Этому желанию. И вот это и это чувство и есть ман. So we gave the example of man, of Radharani telling Krishna, Jahi Madhava, get out of my kund. Мы слышали пример мана, ту ситуацию, когда Радика говорила Кришне, убирайся из моей кунджи. But sometimes Radharani's heart is so crooked, even Krishna has not done anything wrong. She decides, I'll do man. Но иногда у Радики такое какое-то извилистое настроение, ее сердце, что даже когда Кришна ничего плохого не делал, все равно ей хочется проявить ман. So one day when Krishna came to see her, she looked away and sat down underneath the tree. Однажды Кришна пришел на встречу с ней, она даже не взглянула в его сторону, отвернулась в другую сторону и села под дерево. Krishna thought, she's doing man, what for? Кришна подумал, что? Как она может ман вдруг делать, ни с того ни с сего? Что такое? Girls are so crooked. Вот эти девушки такие непонятные.
So she can do man, I can also do man. Потом он, ну хорошо, она может ман делать, я тоже могу ман So делать. Krishna walked and sat down beneath another tree facing the other way. И он отошел в сторону, сел под другим деревом и стал смотреть в другую сторону. I'll teach her how to do man. Сейчас я ее научу, как ман делать. So Krishna's on one side, Radharani was in the other. Тут сидят, Радика смотрит в одну сторону, под одним деревом Кришна сидит. So Rupa далеко от нее смотрит в другую сторону. Rupa Manjari was there, she's thinking. Oh, after a long time, I finally bring them together, and now they won't even talk to each other. Рупа Манджи смотрит на происходящее, не верит своим глазам, думает: «Вы что, шутите? Мне так трудно было устроить это свидание». Они наконец-то вместе и сидят, смотрят в разные стороны. And time is passing. А время идет. And afterwards, they'll be both full of regret. Я знаю, что позже они будут очень сильно оба об этом жалеть. So then, Rupa Manjari. She walked over towards Krishna. Тогда Рупа Манджари пошла в сторону поближе к Кришне. And Krishna was not looking. Кришна не смотрел на нее, он сидел. But anyway, she said. Она сказала. Krishna, stop looking at me like that from the corner of your eyes. И она сказала: Кришна, перестань так на меня смотреть из уголка глаз. I don't care what you want. I'm not going to go and bring Radharani to you. Мне безразличны твои пожелания. Не пойду за Радхарани сейчас. So then Radharani stood up and began to clap. И Радхарани тут же пристала радостно и стала хлопать в ладоши. Yes, I'm the winner. Ага, я победила. He broke his man first. Все, он прервал свой ман первым. Then when Krishna heard Radharani talking, и когда Кришна услышал, что Радика уже говорит, then he stood up and began to clap. Он встал и хлопнул в ладоши. Oh, I am the winner. She broke her man first. Ага, я победила. Она первая вышла из мана. But who was the winner? Кто победил? Rupa Manjari, she tricked both of them. Rupa Manjari, она обхитрила их обоих. And Radha Krishna also. All other winners in this На самом деле, победителями были все в этой игре. So, this bhav, which blocks the lovers meeting, an internal block, is called man. Вот этот внутренний блок, это эмоция, которая не позволяет возлюбленным как-то общаться друг с другом должным образом, вот эта эмоция называется ман. It is one type of vipalambarasa. И это одна из разновидностей, один из видов vipalambarasa. It categorizes feeling of separation, but it's in meeting. Видите, это чувство состояния разлуки, но это происходит во время встречи. The last type is called pravas. И последний вид называется pravas. Pravas means when Radha and Krishna they are at a distance from each other. Pravas это происходит, когда Радха и Кришна находятся очень далеко друг от друга. It may be not so far, kinchit dura pravas, or it may be very far away when Krishna is in Dwarka. So dura pravas. Kinchit dura pravas это когда они где-то на расстоянии, но не очень далеком расстоянии. Может быть очень сильный pravas, когда Кришна уже в Двараке, их разделяет огромная дистанция. Because of these four types of vipralambarasa, so four types of sambhog ras come about. И из-за этих четырех видов vipralambarasa возникают четыре вида sambhog rasa. Because without the varieties of separation, there cannot be varieties of meeting. Потому что без разнообразия разлуки не может быть разнообразия встреч. Navi navi palambena sambhoga pushtim ashnute. Without the separation, meeting cannot come to its highest point. Встреча не сможет стать насыщенной без разлуки. So, after purvarag, the type of meeting that takes place is called sankshipt sambhog. И встреча, которая происходит после пурвараги, называется sankshipt sambhog. Because Radha and Krishna they are in love, but they have not met. Потому что это Радика и Кришна влюблены друг в друга, но у них не было еще встречи. So finally, when they meet for the first time. Поэтому наконец-то, когда они впервые им удается встретиться. Very first time. Самый первый раз. Then they both have some shyness. То они оба смущаются. Especially Radharani. Особенно Радика. Is more shy than Krishna. Она испытывает более сильное смущение, чем Кришна. And some fear. И страх какой-то присутствует. Some inhibition. Какая-то неуверенность.
So one day Brinda was saying, закомплексованность. Oh, do you remember first time Radha and Krishna met together? И Бринда Деви однажды говорит, вы помните первую встречу Радхи и Кришны? How wonderful it was! Какая замечательная это была встреча. So, Krishna, he tried to break the ice. Кришна попытался как-то расслабить эту ситуацию, эту неловкость. So he was telling some jokes to try to make Radha. Так как состояла такая какая-то неудобная ситуация, Кришна стал рассказывать шутки, чтобы рассмешить Радхи. Every time Krishna made a joke, Radha was... Каждый раз он шутил, Радика не смеялась. So then Krishna, he tried to put his arm around Radharani. Тогда Кришна попытался так положить свою руку на плечо Радхарани. And Radha was... Радхарани отодвинулась от него. Then Krishna tried to kiss her on the cheek. Тогда Кришна попытался поцеловать ее в щеку. And Radharani was shocked, so ashamed she went. Радхарани так стала стыдно, она тут же прикрыла лицо вуалью. How astonishing it is! Как замечательно! That Krishna who lifted Giriraj Govardhan for 7 days and nights. Тот Кришна, который поднял холм Говардхана и удерживал его на одной руке в течение 7 дней и ночей. Without trembling. И у него не дрожала даже рука. When he tried to touch Radharani, his hand was trembling. Когда он попытался прикоснуться к телу Радхарани, его рука сильно дрожала. Anyway, this meeting it was kind of called Sankship Sambhog, means short and not so successful. Это не очень была такая знаменательная встреча, краткая встреча, ничего особого не произошло. But afterwards Krishna was very pleased. Но после этого свидания Кришна был на 7-м небе от счастья. He was very happy. Был счастлив. This kind of experience, the Sankship Sambhog, can only take place after Пурвараг. Understand? Такого вида встреча может произойти только после Пурвараги. Then there is the Sankirtan Sambhog. Есть еще Sankirtan Sambhog. Sankirtan Sambhog means meeting, but it's contracted. Это встреча, это свидание, но какая-то сжатая. Что-то с ней не так. It takes place after man. Обычно такая встреча происходит после мана. If Krishna went to meet with another gopi and then afterwards came to meet with Radhika. Если Кришна встретился уже с какой-то гопи до того, как он пришел на свидание с Радхарани, then she feels a burning inside. То Радхика внутри чувствует такое жжение. But Krishna is so sweet, she cannot say no. Но она не может отвергнуть Кришну, потому что он такой сладкий. So it is said Sankirtan Bhog is called Tapta Ikshu. Sankirtan Sambhog поэтому называют Tapta Ikshu. Means like hot sugar cane juice. Горячий сок сахарного тростника. Did you ever have sugar cane juice in India? Пили сок сахарного тростника в Индии. Очень вкусно. But if you have sugar cane juice, this is very hot. Но если вы нагреете его, он будет очень горячим. And smells very sweet. Он будет пахнуть очень сладко. So you can't wait for it to cool down. И вам не хочется ждать, пока он остынет. So then you go take. Вы хлебнете немножко этого. And it's burning. Он жжет вам полость рта. But it's so sweet you cannot spit it Но out. Он настолько сладкий и вкусный, что выплюнуть вы его не готовы. This is called Sankirtan Sambhog. И вот это аналог Sankirtan Sambhoga. That meeting with Krishna, there's some burning. Вот во время этой встречи с Кришной Радхарани чувствует такое жжение. But he's so sweet, cannot send him away. Но он настолько сладкий, что это невозможно с ним расстаться. So at that time, Radharani, her lips are trembling. И во время такой встречи губы Радхики дрожат. And tears coming in her eyes. Слезы льются из ее глаз. And she tells to Krishna. И она говорит Кришне. Hey, Koralika, not Prikrida Koranga. Koralika. Каралика is the name of Chandravali's grandmother. Каралика это имя бабушки. Карала. Карала это имя And бабушки Чандравали. Like Radha, Radhika, Карала, Каралика. Карала это имя бабушки Чандравали, но в такой ласковой форме это как Каралика. Каралика Наптри. Наптри means granddaughter. Наптри это внучка. If there's a princess and she goes for a walk in the garden. Обычно у принцесс then she has a deer. Есть какой-нибудь там. With a collar, and a chain. По саду она ведет на ошейнике, and the play lotus. На поводке у нее маленький олень какой-то. And then the princess goes for a walk in the garden, прогуливается holding a deer on a chain. На ошейнике у нее
маленький олень, в другой руке она держит лотос, и вот так она прогуливается. This deer on the chain is called Krida Karanga. И такого оленя, вот такого на ошейнике, называют Крида Каранга. So when Krishna comes to Radharani, her lips are trembling, tears in her eyes, said, Karalika Napti Krida Karanga, you play dear in the hands of the granddaughter of Karala. Чандравали. Когда Кришна таким образом появляется, и Радика, у нее дрожат губы, она говорит, Каралика Наптри Крида Каранга, что ты просто питомец олененок этой внучки Каралики. When Krishna hears these words in his ears, oh, he forgot the Brahma Samhita Govinda Madhi Purushantam. Krishna слышит эти обиженные слова Радики, он забывает о всех молитвах из Брахма Самхиты Говинда Мади Пурушам. Brahma can pray, Lord Shiva can pray, all the demigods can tell through Sasukta, Sahasasi, Sahapurusha. Krishna cannot hear any prayers of anyone. И когда Кришна слышит такие слова своей возлюбленной, он забывает о всех молитвах. Он уже не слышит молитвы Господа Шивы, молитвы Господа Брахмы, всех девот, которые воспевают Пуруша Шукту. How much nectar in the words of Radharani? Сколько нектара кроется в устах Радарани? Krishna experiences highest bliss. Кришна испытывает наивысшее блаженство. And even after criticizing him, then she accepts. И даже так отругав его, все равно она принимает его. This meeting is called Sankiran Sambhog. Такая встреча называется Sankiran Sambhog. Then Sampanna. Sampanna Sambhog means successful. Затем следующий вид. Not brief, not contracted. Sambhog, это Sampanna такой. Successful meeting. Не какая-то короткая встреча, какая-то неловкая встреча, а полноценная встреча. It comes when Krishna returns in the evening from the forest. Такая встреча происходит, когда Кришна возвращается вечером с пастбища. That is called Agati. Агати. Or it comes when Krishna suddenly appears somewhere. Или может произойти, если Кришна вдруг внезапно, неожиданно появится где-то. Like in Ras Lila. Когда во время Раса Лилы. When Krishna was hiding. Когда Кришна спрятался. And then Radharani was weeping. И Радика рыдала. Yatei sujata charanam buruham staneshu vitashanai priyadati mahika kaseshu tainata bimata sitad vyata taina kim svit kurpadi bi brahmatiti bhavadayo samna. O Krishna, I hold your lotus feet and very softly and slowly put them on my chest because I'm afraid that your feet are too soft and may be injured. Радика сказала, я обычно очень бережно обращаюсь с твоими стопами, Кришна. Я их подношу к своей груди очень медленно, осторожно, потому что я боюсь как-то причинить им боль. So how can I tolerate your walking here and there in the dark forest at night? You may step on some stones. Поэтому вот идея того, что ты сейчас где-то бродишь в темноте по лесу и можешь наступить на какие-то камушки или острые объекты, эта идея для меня причиняет мне невыносимую боль. Если ты не дашь мне возможность служить тебе, какой толк в моей жизни? So I should die now, and the remainder of my lifespan it should be added to yours, so you can live a long life and be happy in Vrindavan. Предпочитаю просто умереть сейчас, и пусть остаток жизни, предписанный мне провидением, пусть он, я хочу отдать тебе его, чтобы ты провел свою жизнь в радости и счастье во Вриндаване. Hearing these words, at once Krishna appeared there. Как только Кришна услышал эти слова, немедленно он вышел. Тасама бирбутшори свайаманам камбоджа питам барадарашагви сакшат сан манмата манмата. So beautiful, he can bewilder even Cupid. Он был настолько красив, он мог просто очаровать Купидона. Holding his pitamba around his neck like this. Он держал свою питамбару так вокруг шеи, держа ее в руках. Forgive me for my offense. Что означало простите меня за это. I made a mistake by leaving you. Это была моя огромная оплошность оставить вас. But don't leave me. I'll die. Пожалуйста, не покидайте меня, я умру без вас. At that time, Krishna was more attractive than any time in his life. В то время он был более красивым, чем когда бы то ни было в его жизни. Because yoga maya, the power to make the impossible possible, came and made him impossibly beautiful.
Потому что йога майя — это сила, которая делает невозможное возможным, она пришла ему на помощь и сделала его невозможно красивым. Because he was afraid that Radhika and other gopis would not accept him, so Yoga Maya came and made him Потому что в этот impossibly момент beautiful. So they cannot resist. он боялся, что Радика и другие гопи могут отказаться от него уже сейчас, и поэтому он призвал на помощь Йога Майю, и она сделала его так невозможно красиво. So it was after Kinchi Durprabhas. Krishna was some distance away. And suddenly he appeared, and then this meeting is called Sampanna Sambhog, successful meeting. Вот этот удачная встреча Сампана Самбок произошел как раз после вот этой разлуки, когда Кришна скрывался. Then the next type of meeting is called Samriddhiman. Следующий вид Самбога Fully называется flourishing. Samriddhiman. It comes after the Sudirga Pravas. Который происходит после Судирга Правас. If Krishna has been far away for many years in Dwarka. Это очень такой, это замечательная встреча, такое очень удовлетворительное свидание. Если Кришна много лет провел в Двараке, and then gopis have the chance to meet him at Kurukshetra. И позже у гопи появилась возможность встретиться с ним на поле Курукшетры. Or if in the end he comes back to Vrindavan. Или если в конце он возвращается во Вриндаван. Then this meeting is Samriddhiman Sambhog. Такая встреча называется Samriddhiman Sambhog. Fully flourished. Because more distance, more time, more separation. When meeting takes place, there is unlimited joy. Удивительно, такая насыщенная встреча, потому что она происходит после долгой разлуки, после такой сильных эмоций. So even this can take place when Krishna is not there. И даже такого рода самбок может произойти, когда Кришны нет рядом, когда он физически отсутствует. It can take place in a dream. Может произойти во время сна. Or as in Lalit Madhav, when Radharani was walking through Nava Vrindavan and she saw a deity and thought it was Krishna. Huh? So even the Samriddhiman Sambhog takes place, can take place even in the yog. Итак, и Самриддхиман Самбхог может произойти не только во время физической встречи, но даже во сне, или как мы слышали в описании Лалита Мадхав, что когда Радика гуляла по саду Нава Вриндавана, она увидела статую Кришны и подумала, приняла его за Кришну. So, these different types of Sambhog and Vipalamba Ras are experienced in a different way in the different stages of praying. И вот все эти состояния Випраламбы, чувство разлуки и чувство встречи, их испытывают по-разному на разных уровнях любви, на уровнях премы. In raga is experienced one way. В состоянии раги эти чувства испытываются по одному. In anuraga experienced in another way. В состоянии анураги это все воспринимается по-другому. In vruda bhav, mahabhav in another way. Вруда махабхаве это воспринимается по-третьему. In adiruda bhav another way. Адируда бхаве совсем по-другому. There's no time to explain tonight. У нас нет времени сегодня все это объяснить. So this is why we invite everyone. Please come to Vrindavan for 6 months. Поэтому вас всех и приглашаем. Приезжайте во Вриндаван на 6 месяцев. We'll try to explain. И там мы постараемся объяснить. But I want to tell one thing. Но я хочу что-то одну вещь сказать. About what is in Radhika, not in anyone else. О том, что есть в Радике, чего нет ни в одной другой гопи. Radhika has Madanaki Mahabhava. У Радики есть Madanaki Mahabhava. What is this? Что это? Is this love in meeting or love in separation? Что такое Маданаки Махабава? Это встреча в разлуке или встреча? Или это любовь в разлуке или любовь по встрече? Is it separation in meeting? Это разлука во время встречи. Or meeting in separation? Или встреча в разлуке? Ah, none of these things. Это ни одно, ни другое, ни третье. More than that. Это что-то больше. In this days of Mahabhava, other gopis also have. Махабхава присутствует и в других гопи. One moment separation seems like a million years. И в этом состоянии Махабхавы каждое мгновение разлуки подобно тысячелетиям. And a million years in meeting seems passes like 1 second. Потому что миллионы лет разлуки, одно мгновение разлуки подобно миллионам лет, а миллионы лет встречи кажется 1 секундой. Their eagerness is so intense they cannot tolerate the blinking of the eye if it obstructs their vision of Krishna. Гопи всегда хотят смотреть на Кришну, они для них даже невыносимо, когда они моргают.
Oh, in Mohan Bhav, Radharani's love disturbs the whole universe. В состоянии мохан, любовь Радики, она беспокоит всю Вселенную. When she cries, even the fish in the river cry. Когда она плачет, даже рыбы в реках Even the плачут. demigods in heaven begin to tremble. Девоты, полубоги на райских планетах начинают дрожать. Even Lakshmi Devi in Vaikuntha starts to weep. Даже Лакшми Деви на Вайкунхе начинает рыдать. Her feeling of separation disturbs the entire universe, material and spiritual. Потому что чувство разлуки Радики выводит из баланса всю Вселенную, материальную Вселенную. If Krishna will be far away, embraced by Rukmini in Dwarka, and Radharani will call his name in Vrindavan, he'll faint in the lap of Rukmini. Если Кришна сидит рядом с женой Рукмини в Двараке, она обнимает его, а Радика в это время в состоянии разлуки позовет его по имени далеко-далеко во Вриндаване, то Кришна тут же потеряет сознание. Находясь в руках These Рукмини. Are the unlimited astonishing effects of Mahabhav. Вот это непостижимая сила, вот этот эффект Махабхавы. But still none of this is Madanaki Mahabhava. Вот даже все эти описания, они не относятся к категории Маданаки Махабхавы. Madanaki Mahabhava is more than this. Маданаки Махабхава — это что-то еще больше, чем это. And it's only in Radhika. И она присутствует только в Радике. Что это? Rupa Goswami has given one verse. Rupa Goswami написал один стих. Actually, he gave many describing Madanaki Mahabhava, but I tell this one. Он на самом деле написал много стихов, которые описывают Маданаки Махабаву, но я сконцентрируюсь на этом. He said, Purna Pulinda Urugaya Padabjaraga Shri Kumkumena Daitastana Mandite. This very verse where Radhika said, oh, look at these Pulindi girls who are taking kumkum from the grass. Тот самый стих, который мы обсуждали, когда Радика говорит, посмотрите на этих девушек Пулинди, как они собирают кумкуму с травы. He gave this as the symptom of Madanaki Mahabhava. И Рупа Госвами приводит этот стих из Шримад Бхагаватам как пример Маданаки Махабхавы. How is that? Как? Because this is Почему? Spoken before Radharani even met with Krishna. Как это возможно, потому что эти слова были произнесены еще в Пурвараге, до того, как Радика встретилась с Кришной. So the mystery is this. Тут кроется следующая мистерия. First, we have to give an illustration. Нам сначала нужно проиллюстрировать эту идею. Perhaps you know, once upon a time, Narad Muni went to Dwarka. Вы, наверное, знаете, как однажды Нарада Муни посетил Двараку. And he came into one palace. И вошел в один из дворцов. And so Krishna was on prasadam. Увидел, как Кришна почитает прасадха. He went into another palace, so Krishna was remembering his Gayatri Mantra. Затем Нарад пошел в другой дворец, увидел, как Кришна медитирует на свои мантры, на Брахма Гайатри. Remembering Brahma. Как он пометует о Брахмане. Who is Brahma? Кто Брахма? In another palace he went, Krishna was practicing martial arts with his soldiers. Потом он пошел дальше, в другой дворец, там Кришна практиковал военное искусство со своими солдатами. In another palace he was sitting with his family members and listening to the brahmanas recite the Puranas. В другом дворце он сидел вместе со своими домочадцами и слушал, как брахманы воспевают Пураны. In another palace he was talking quietly in a secluded place with his wife. В одном из других дворцов он беседовал, он вел уединенную беседу с женой. Then Krishna, the Narad, after going to 16,108 palaces, he was astonished. Итак, обойдя 16,108 дворцов, Кришна, Нарад был полностью ошеломлен, удивлен. So why was Narad astonished? Что так удивило, впечатлило Нарада? Most people think that he was astonished because he saw Krishna was present in 16,108 palaces at the same time. Большинство людей думают, что Нарада удивился так, потому что он увидел, что Кришна одновременно присутствует в 16,108 дворцах. But this idea is completely wrong. Но это неправильная интерпретация. Because Narad knows that Krishna is the Paramatma. Paramatma is in every atom, millions of atoms. For him to be in 16,000 palaces is nothing. Потому что Нарад знает, что Кришна — это Параматма, и поэтому Параматма присутствует в каждом атоме Вселенной. Поэтому что для Кришны побыть одновременно в 16,108 дворцах? Это ничто. So why was Narad surprised? Что так удивило Нараду Муни? Because listening to the Puranas is something you do in the afternoon. Потому что слушание Пуран — это деятельность, которая обычно происходит днем.
Gayatri you do in the three sandhyas of the day. А гаятри памятует в трех сандях. Practicing martial arts is for the Дня. morning time. Практика фехтования обычно совершается утром. Talking alone with his wife is for the night time. А беседы с женой обычно проходят вечером, It means перед ночью. Every palace he went to was in a different time zone. Это значит, что каждый дворец, который посещал Нарада Муни, он находился в другом измерении. Now listen very carefully. В другой зоне времени. Поэтому сейчас внимательно послушайте. Narad realized, I did not visit 16,108 palaces in one dwarka. But by the mystery of Yogamaya, I visited one palace in 16,108 different dwarkas. Что They were all on different time zones. Нарада Муни осознал, что он не посетил, он понял, что он не посетил 16,108 дворцов в одной двараке, а он понял, что по непонятной, благодаря непонятной силе Йогамайи он посетил 16,108 дварок. This is called Prakash Ved. Один дворец в этих двараках. Это There's, называется Prakash Ved. Just like Moscow is one place. Подобно тому, как Москва это одно место. But the holy dharma of Dwarka is not one place. It exists in millions and millions of dimensions at the same time. А Москва это одно место, географическое положение, точка. А дварака это духовная обитель, которая одновременно существует в бесчисленных измерениях. Otherwise, if someone wants to fan Krishna, then what will they do? There's 20 million jivas, they also want to fan Krishna. Иначе как? Will they have to stand in a queue, waiting for thousands of years? Захочет омахивать Чамарой Кришну, что ему придется стоять в очереди, пока другие 20 миллионов джив тоже хотят исполнить это служение? No, Krishna manifests millions of manifestations of Dwarka, so everyone can have the chance to be the one person who is fanning him. Нет, Кришна проявляет вот эти бесчисленные измерения, эти двараки, в которых для каждой дживы, чтобы у нее был шанс именно делать это личное служение. So that is called Prakash Ved, different dimensions of the Dham. Это называется Prakash Ved, разные измерения Дхамы. So as there are unlimited Dwarkas, there are also unlimited Vrindavans. Подобно тому, как существует бесчисленные различные параллели дварок, также существуют yeah. различные вриндаваны. If you want to love Krishna as your baby, если вы хотите любить Кришну как своего младенца, then you go to Golokam Brahman, you see he's 16, then you'll be disappointed. И вы окажетесь на Голоке Вриндаване, увидите, что ему уже 16, вы будете очень разочарованы. No, there's a Vrindavan when he's a little baby, a Vrindavan when he's this, when he's this, when he's this, like this. Существует Вриндаван, где Кришне Кришна определенного возраста, существует другой Вриндаван, где он чуть постарше, еще один Вриндаван, где он еще старше, и так на каждый возраст. Krishna's body never grows or changes. Тело Кришны никогда не меняется. But when he makes his Prakat Lila in this world, he shows different Prakash of the Aprakat Lila one by one by one. When he's this high, this high, this like this, one after another in a sequence, it looks like he's growing. Тело Кришны никогда не меняется, но когда он являет свои игры, свои лилы в этом мире, что он делает, он показывает нам такой в хронологической вроде бы последовательности все свои вот эти измерения Вриндавана, где ему столько лет, потом он кажется, что он старше, старше, старше. Он не меняется, а просто показывает, открывает вот эти все различные измерения. Krishna's two Bhagavan Swayam, he's God. What does it mean, God? Unlimited and astounding and fantastic. Что значит быть Богом? Он безграничен в своих возможностях, он поразителен, он непостижим. So, just as Dwarka has unlimited Prakash, Vrindavan has unlimited Prakash. Подобно тому, как у Двараки вот эти бесконечные измерения различные, также есть эти измерения у Вриндавана. Now you have one more idea to understand before you can understand something about Madanakya. Теперь у вас есть вот этот еще одна идея, которую нужно удерживать в уме, перед тем, как вы поймете, что такое Маданакья Махабава. You have understood Prakash Ved. Вы уже поняли Prakash Ved. Now understand Abhiman Ved. А теперь поймите идею Abhiman Ved. Abhiman Ved means, in one Prakasha Vrindavan, Nanda is there, Yashoda is there, Lalita is there, Radu Mangal is there. Abhiman Ved означает, что в одном из этих измерений, проявлений Вриндавана присутствует Нанда Махарадж, Яшода, Радарани, Лалита,
Все спутники, Мадхамантра, все спутники Кришны. And in all the other prakashas, Nanda is there, Yashoda is there, Madhumandra is there, Lalita is there. И все эти же самые личности одновременно присутствуют во всех других измерениях Вриндавана. But each person in each prakash does not know that they exist in another prakash. Но при этом они не осознают своего присутствия в других прокашах. Они уверены, что они в одном вот этом измерении. So they have the abhiman. I am only here. I cannot be anywhere else. Поэтому у них Abhiman, вот это because they're like human beings. Осознание, что я тут, где могу еще находиться, потому что их лилы, они подобны человеческим. So, Prakash Ved, Abhiman Ved, in the different dimensions of Lila, each associate has the Abhiman, different Abhiman, I am only here. И поэтому обычно срабатывает вот этот принцип Prakash Ved, Abhiman Ved, что в каждом из этих измерений каждый присутствующий считает, что я лишь тут. Я so, один, и я вот тут. In all the stages of prem, и во всех вот этих этапах развития премы, and in all the gopis, и во всех гопи, and even in Radharani, и даже в Радаране, she experiences meeting with Krishna, они все испытывают встречу с Кришной, separation from Krishna, разлуку. Sometimes in separation she sees that he's there иногда and talks with him. В разлуке она видит его, вроде начинает с ним говорить. So there's meeting in separation. Происходит встреча в разлуке. And sometimes she's with him and she feels separation. Иногда она с ним физически, но чувствует разлуку. But she either feels meeting and then separation and then meeting in a sequence. Но она всегда воспринимает, чувствует вот эту испытывает последовательность встречи разлуки, встречи разлуки. But when Madanaki Mahabhav comes. Когда любовь достигает уровня Маданаки Махабавы, before she had Prakash Ved, Abhiman Ved, раньше всегда она следовала этому принципу Prakash Ved, Abhiman Ved. But in Маданаки Махабав, Радхарани starts to feel all the feelings from all the different Prakashas. Но в состоянии, in one Abhiman. В состоянии Маданаки Махабавы Радика начинает одновременно воспринимать реальность всех. Okay. Бесчисленных вот этих измерений. Она одновременно воспринимает все вот эти измерения. So she's meeting with Krishna, but she begins to talk like a mad person. That's why it's called Madanaki Mahabhava. Mad, как слово mad, безумный. Это как становится полным безумием, потому что она встречается с Кришной и одновременно начинает говорить какое-то что-то непонятное вообще. Несуразное. Because the voices of her heart in all the different prakashas, thousands of types of meeting and separation are now begin to talk to her one after another. Вот эти, она начинает говорить эти разные, что-то вообще непонятное, потому что все вот эти эмоции ее сердца, которые она испытывает вот в этих бесчисленных всех измерениях, одновременно начинает их выражать. In some universe, she's not met with Krishna yet. Потому что в какой-то из этих вселенных, этих измерений, says, она еще не встречалась с ним. These Pulindi girls are so lucky. И она говорит, как удачливы эти аборигенки. But when Madanaki Mahabhav comes, she's meeting with him, this feeling that she's not met with him and separation route is coming, she's speaking this. В том измерении, еще она в Пурвараге, она с ним не встречалась, но в этом измерении, где она в Маданаки Махабаве, она во время встречи начинает говорить эти вещи, sometimes, выражать свое восхищение по отношению к девочкам. Иногда она чувствует вот этот ман и называет Кришну, ты питомец, олень, sometimes, внучки, королики. Madhusudan has gone and he'll never come back. Потом она слышит, Мадхусудан ушел и больше не вернется. And all the feelings, everything that we've described today, and more, all are coming. And she's speaking this at the time when she's embracing Krishna. Происходит вот этот поток всех этих различных эмоций, которые некоторые из которых мы сегодня обсуждали, и вот этот идет поток через нее, а в этот момент она с Кришной, она его обнимает. Krishna's thinking, what is this? Love, I cannot understand. И она своей речью выражает все эти бесчисленные эмоции, а Кришна смотрит и не верит своим глазам. Он думает, что это за любовь, она вообще мне непонятна, непостижима для меня. So Srila Raghunath Das Goswami, he said, Smara vilasita talpe japa lila manalpam kramakrita parihinam vibrate tena sardam mito iva pariramba ramba vrita kya pashma shanam api mam radhe netramanandayatam. Or when, in the form of Rati Manjari,
Well, rather I give joy to my eyes. И поэтому Шрила Рагунатха Дас Госвами молится, он говорит, когда же Радика порадует мой взор, когда я буду находиться в форме Рати Манджари? As she embraces Krishna on a bed of lotus flowers in the forest. Когда же увижу, как она обнимает Кришну? She's talking, talking, talking. На кровати, постели сделаны из лепестков роз, и она все говорит, говорит, говорит что-то. Джалпа лилам аналпам. Don't talking so much. Джалпа лила аналпам. Слова льются бесконечным потоком из ее уст. Крамакрита парихинам. And what she's saying has no rhyme, no reason, and no sequence. И то, что она говорит, вообще никакого... вообще несуразно как-то. Мито ива парирамба. Krishna is thinking, what is happening? Она говорит полностью бессмысленно и непонятно, и Кришна не понимает, что происходит. And Radhika embraces him so tightly. Она его так крепко прижимает к себе. That it is as if they become one. Что кажется, что они становятся одним целым. Because Krishna is wondering, what is she feeling? Что Кришна хочет понять, что она испытывает сейчас. So Radhika is Krishna's Ladini Shakti. She exists only to fulfill all his desires. А Радика Ладини Шакти Кришна она существует. Ее смысл существования — исполнять все желания Кришны. So then, yes, I'll show you. And she embraces him, and they become Chaitanya Mahaprabhu. Она соглашается исполнить его желание, и сливается с ним, и они становятся Чайтанья Махапрабху. And as Chaitanya Mahaprabhu, then Krishna gets to find out what it is she's feeling. И уже в форме Чайтанья Махапрабху, тогда у Кришны появляется возможность постичь ее чувства. Oh, the nectar of thousands of meetings and separations. Нектар всех этих бесчисленных встреч и разлук. And that bhav comes out from the mouth of Mahaprabhu. И вот эта бхава проявляется из уст Махапрабху. In this form. В этой форме. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the form of this Mahamantra. Эти эмоции, они исходят из уст Махапрабху в форме этой Махамантры. And Mahaprabhu is distributing this nectar to all jivas. Махапрабху раздает этот нектар всем дживам. They don't know what is coming to them. Они понятия не имеют, что это за дар, который они получают. But by the power of this Prem Nam Sankirtan, Mahaprabhu is taking the jivas out from this world and bringing them into the eternal service of Madanakya Mahabhav Maheshimati Radhika. Вот этим способом, этим задействием все дживы в нам санкертане, воспевание святых имен, Махапрабху зазывает их, притягивает их в духовный мир. But anyway, I'm not going to burn down because I have some important things to do. Но все равно каждый джива думает, ну да, звучит хорошо, заманчиво, но у меня нет, я не поеду во Вриндаван, у меня важные дела. Simati Radharani ki jai. So Radhashtami means the appearance day of Radharani. Radhashtami означает день явления Радхарани. If someone with great faith will hear the glories of Radharani, then she will appear in that person's heart. В сердце того, кто с верой и почтением слушает о величии Радхарани, явится Радхарани сама. Then it's really called Radhashtami. И тогда действительно это можно назвать Радхаштами, явлением Радхарани. So now, if you can arrange, you have everything for Abhishek. Where you set up? Okay, you set up everything here, and we'll do kirtan. And you offer all the ingredients. Like this. But not everyone, because it will take too long. And we'll have darshan while we do kirtan. And then decorate again quickly, and then we'll offer aarti.